Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова. Я руководитель проекта СИФО кафе Финтак Стоп, организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодня мы с вами открываем целый цикл вебинаров, которые мы будем проводить с аудиторской компанией «Правовест Аудит», одной из сильнейших аудиторских компаний в нашей стране. Вы знаете, как мы трепетно относимся к выбору спикеров, которые будут выступать перед нашими участниками, чтобы вы получали только проверенную, только достоверную информацию, которая будет помогать вам в работе. И вот сегодняшний наш спикер абсолютно топ-уровня – это Виктория Варламова, главный специалист по налогам и бухучету компании «Правовест Аудит». Именно Викторию… Стоп, организаторы профессиональных онлайн… Именно Викторию мы хотели поделиться информацией по тому, какие изменения в части налога на добавленную стоимость произошли с 1 июля и к чему нам готовиться с 1 октября. Что нужно учитывать при подготовке отчетности за третий квартал? Тема на самом деле очень горячая. Я знаю, что вас ждет очень насыщенный вебинар, информации полезной будет очень много. Но со своей стороны я приглашаю вас активнее участвовать в дискуссиях, друзья, в чате, прямо под онлайн-трансляцией. У вас есть возможность задать вопросы Виктории прямо здесь и сейчас и получить на них ответы. Поэтому я вас призываю обязательно воспользоваться этой возможностью. Ну что ж, друзья, я больше не занимаю эфир и с радостью передаю слово Виктории. Виктория, спасибо. Всем добрый день. Очень рада принимать участие в вебинаре на нашей любимой площадке. Прежде чем я начну наш вебинар, вот буквально несколько слов о нашей компании «Правовест Аудит», чтобы вы понимали, откуда я пришла и почему я буду что-то рассказывать. Наша компания «Правовест Аудит» уже на рынке аудиторских услуг более 16 лет, и мы проводим финансовый аудит, мы проводим инициативный аудит, но фишка нашей компании – это аудит со страховкой от налоговых претензий. То есть, если налоговые органы после нашей проверки что-то доначисляют, мы предоставляем юридическую поддержку, а если отбить доначисление не удастся, то компания «Ингострах» компенсирует штрафы и пени. Также мы оказываем консультационные услуги и представляем интересы налогоплательщиков в суде и в налоговых органах. У нас есть большой штат налоговых юристов, специалистов в области налогообложения, ну уж про аудиторов я и не говорю, конечно. Вот, теперь начинаем наш вебинар. Я буду сегодня рассказывать об изменениях по налогу на добавленную стоимость с 1 июля, потому что именно их нужно учесть в обновленной отчетности, в обновленной форме декларации по итогам третьего квартала, но обо всем по порядку. Конечно, самые главные изменения с 1 июля связаны с обновленной формой счетов фактур. Но начнем, опять же, да, все по порядку. Во-первых, были внесены изменения с 1 июля в налоговый кодекс, которые касаются прослеживаемых товаров. То есть те компании, кто будет участвовать в обороте прослеживаемых товаров, обязаны формально с 1 июля представлять в налоговую инспекцию отчеты о прослеживаемых товарах, а также указывать реквизиты о прослеживаемых товарах. И отчеты о прослеживаемых товарах мы будем представлять так же, как и декларации по НДС, не позднее 25 числа после окончания квартала. Также с 1 июля были внесены изменения в статью 169, которые установили, что при реализации прослеживаемых товаров счета фактуры должны выставляться только в электронном виде. Исключение из этого правила составляют счета фактуры, которые мы выставляем при экспорте товаров, и также счета фактуры, которые, если мы их выставляем, при реализации товаров физическим лицам именно для их личного потребления. То есть, когда продают товары в розницу. Причем обратите внимание, что формально с 1 июля те покупатели, там, будь то упрощенцы, да, не плательщики НДС или плательщики НДС, обязаны обеспечить получение счетов фактур в электронном виде. То есть получается, что приобрести прослеживаемые товары организации, индивидуальные предприниматели без электронной подписи, без электронного документа оборота
не могут. То есть чуть забегая вперед, вся отчетность, весь документооборот по прослеживаемым товарам будет осуществляться только в электронном виде. Сразу возникает вопрос, какая ответственность, да, об этом чуть позже. Но на самом деле вот изменения формально вступили в силу с 1 июля. Но прослеживаемые товары появились у нас только с 8 июля. Дело в том, что только с 8 июля вступили в силу положения о национальной системе прослеживаемости товаров, только с 8 июля появился перечень товаров, подлежащих прослеживаемости. То есть как-то не очень оказались готовы к таким изменениям. Поэтому формально только с 8 июля у нас возникла обязанность по выставлению счетов фактур в электронном виде по прослеживаемым товарам. До этого момента у нас просто не было прослеживаемых товаров. Вот на это тоже хотелось обратить внимание. И вот об этой дате, о 8 июля, да, то есть когда вступит в силу постановление правительства, утверждающее перечень товаров, ФНС и говорила, да, только тогда и будут работать нормы налогового кодекса о прослеживаемых товарах. Сегодняшний вебинар, безусловно, посвящен налогу на добавленную стоимость, но чтобы нам понять в том числе, что указывает в счетах фактурах по прослеживаемым товарам, ну, нужно хотя бы разобраться, да, в механизме, что такое прослеживаемые товары и зачем ввели эту систему прослеживаемости. И вообще нужно знать, а что относится к прослеживаемым товарам. Ну, вот давайте посмотрим. Я, значит, перечень прослеживаемых товаров утвержден постановлением правительства. И я вот его, безусловно, упростила, потому что в перечне есть коды ТНВ, АКПД-2, там более подробно все написано. Но вот если упрощенный перечень, то туда входят холодильники, морозильники, автопогрузчики, бульдозеры, экскаваторы, стиральные машины. Вот специально красным выделила мониторы и проекторы, приемники телевизионные, по-простому говоря, я так понимаю, телевизоры. Почему выделила специально красным? Потому что мониторы, наверное, есть в любой компании, и поэтому, ну, получается, что практически любая компания попадает вот перечень лиц, осуществляющих оборот прослеживаемых товаров. Мы еще подробнее на этом остановимся. Также в прослеживаемые товары входят транспортные средства промышленного назначения. Это те, которые по цеху перемещаются. Опять же, конкретно что входит в эти транспортные средства, вы смотрите в постановлении правительства. Ну и коляски детские и детские сиденья безопасности. Прослеживаемость осуществляется за импортными товарами. То есть зачем нам вообще система прослеживаемости? Это меры борьбы с серым импортом, так называемым. То есть если возятся товары импортные на территорию России, оформляется таможенная декларация, и товару присваивается, партии товара присваивается регистрационный номер партии товаров, РНПТ. Он состоит из номера таможенной декларации и через дробь номер товара в этой таможенной декларации. И потом, когда этот товар перепродается на территории России или, да, отправляется на экспорт, может быть, то вот этот РНПТ, регистрационный номер партии товаров, указывается во всех товаросопроводительных документах и счетах, фактурах. И налоговые органы отслеживают, по-простому говоря, чтобы не было реализовано большее количество товаров, чем было ввезено на территорию России. Но не секрет, что, ну, были такие случаи, когда ввозятся на территорию России, например, 100 штук там мониторов, партии 100 штук мониторов, а потом вот эти данные таможенной декларации при перепродаже мониторов указываются, и получается, что там уже 1000 штук продали, 100 тысяч штук на территории России продали этих мониторов, ссылаясь на одну и ту же таможенную декларацию. Вот чтобы этого не было, налоговые органы будут отслеживать оборот вот этих прослеживаемых товаров. И если будут какие-то нестыковки, они будут, соответственно, разбираться, да, кто там не заплатил НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, откуда взялись вообще вот эти товары, то есть будут налоговые органы с этим разбираться. Значит, еще раз, как нам понять, что мы реализуем или приобрели, это важно, у приобретателей прослеживаемых товаров тоже есть некоторые обязанности, как нам понять, что мы реализуем или приобрели прослеживаемые товары. То есть мы открываем постановление правительства,
от 1 июля, где перечень прослеживаемых товаров, и по коду ТНВЭТ или по коду АКПД-2 смотрим, относятся ли наши товары к прослеживаемым. Но прежде чем нам открыть перечень прослеживаемых товаров, мы, безусловно, должны понять, у нас российский монитор, например, или там российский бульдозер, или же это импортный, потому что прослеживаемости подлежат только импортные товары. Узнать страну происхождения товара мы должны в технической документации на этот товар. И также хочу обратить ваше внимание, что ФНС уже на своем сайте разместила сервис, и вы можете проверить, относятся ли ваши товары к прослеживаемым товарам. То есть все очень просто, да, открываем перечень и смотрим. Может быть, сразу забегая вперед, самый популярный вопрос – относятся ли моноблоки к прослеживаемым товарам. Ну, скажу честно, я вот прям техническую документацию на моноблоки не видела, но посмотрев код ТНВЭТ в интернет, я поняла, что моноблоки не относятся к прослеживаемым товарам. То есть вот у мониторов отдельный код ТНВЭТ, у моноблоков это другой код ТНВЭТ, и его в перечне нет. Но, безусловно, не надо никому верить на слово. Да? Вы смотрите, если вы приобрели моноблоки, на всякий случай проверьте мою информацию. То есть посмотрите, какой ТНВЭТ на моноблок у вас в документации на этот моноблок, и посмотрите, есть ли он в перечне прослеживаемых товаров. Это так, на всякий случай. Вот, значит, чтобы следить за прослеживаемыми товарами, понятно, нужно все оцифровать. Поэтому документооборот весь по прослеживаемым товарам будет происходить только в электронном виде. Общее правило такое. Если вы плательщики НДС, то вы указываете данные о прослеживаемых товарах в счетах-фактурах, а точнее говоря, в универсальном передаточном документе с функцией счета-фактуры. Если вы не плательщики НДС, то при реализации прослеживаемых товаров вы составляете универсальный передаточный документ в электронном виде, то есть только с функцией первичного документа. И как я уже сказала, также участники оборота прослеживаемых товаров должны представлять отчет о прослеживаемых товарах. Но если правило выразить упрощенно, то оно получается так. Если мы плательщики НДС, то данные о прослеживаемых товарах мы включаем в декларацию по налогу на добавленную стоимость. А в отчет о прослеживаемых товарах у нас попадут только те операции, которые не вошли в декларацию по НДС. Например, в отчет попадут операции, когда прекращается прослеживаемость товаров. Например, прослеживаемый товар утилизируется. Или мы обнаружили недостачу, да, у нас его там кто-то похитил, потерялся этот товар. Тогда мы в отчете будем сообщать о том, что вот товар прекратил прослеживаемость. Ну и там также в некоторых других случаях. А если мы не плательщики НДС, то в отчете о прослеживаемых товарах мы отражаем любые операции с прослеживаемыми товарами, предусмотренные постановлением правительства. Что еще? Понятно, чтобы следить за прослеживаемыми товарами, и в счета фактуры включили дополнительные реквизиты. Причем, обращаю ваше внимание, в счета фактуры включили не только дополнительные реквизиты по прослеживаемым товарам, но и появилась наша строка любимая, сейчас по ней больше всего вопросов, строка 5А, в которой мы должны отразить данные отгрузочных документов. Появился порядковый номер строк, и как в обычных счетах фактурах, так и в корректировочных счетах фактурах. Все это мы сегодня будем разбирать, но пока самый главный вопрос. А если мы с 1 июля получаем счета фактуры по старой форме, и при этом мы не приобретаем прослеживаемые товары, или мы выставляем счета фактуры по старой форме, можно ли так делать? Обращаю ваше внимание, что форма счета фактуры утверждается постановлением правительства. И поэтому, если в эту форму были внесены изменения, то независимо от того, какие мы товары реализуем, приобретаем, выполняем ли мы работы, оказываем услуги, форма счета фактуры с 1 июля должна быть новая. Да? То есть мы, если счет фактуры не по форме, утвержденной постановлением правительства, формально это не счет фактура. Поэтому проведите своеобразный аудит и посмотрите, да, какие счета фактуры вы получили от своих поставщиков, да, ну,
то, что вы выставляли, вы сами знаете. И если вы увидели, что вам выставили счета фактуры по старой форме, обратитесь к поставщику. Если это, например, он выставлял счета фактуры на бумаге, то, на мой взгляд, просто можно заменить, но это не в рамках налогового кодекса, да, но просто можно заменить на счет фактуру, составленный по новой форме. Если счета фактуры выставлялись в электронном виде, то, на мой взгляд, нет другого пути, как выставить исправленный счет фактуру уже по новой форме, да, напомню, исправленный счет фактура, это как исправляются счета фактуры, то есть выставляется новый счет фактура с тем же номером и датой, и в нем указывается, какой счет фактура исправляется, поэтому вот пока, тем более квартал не закончился, подведите, так сказать, итоги, проанализируйте счета фактуры, которые вы получили, если они были составлены по старой форме, попросите поставщиков выставить исправленные счета фактуры или хотя бы просто заменить старые формы на новые, да, то есть перевыставить и просто поменять. ФНС еще раз акцентирует внимание, что нельзя использовать старые формы счетов фактур, покупатель лишится права на вычет по старым счетам фактурам. Помните, даже когда в счета фактуры вводили новую строку с реквизитами госконтракта? То есть мало кто там принимал участие в госконтрактах, и не сильно тогда форма счетов фактур менялась, но и Минфин разъяснял, что налогоплательщику не дано право убирать из счета фактуры те графы, которые он считает лишними. Поэтому вот здесь та же ситуация, ФНС, в общем-то, говорит все то же самое. Вообще, конечно, вот интересно, да, провести такой бы, скажем, опрос наших слушателей. Да, вот скажите, кому с 1 июля выставляли счета фактуры по новой форме? Вот интересно, насколько велик объем. И я думаю, Василя может посчитать, и если там плюсики поставят нам в чате, кому выставляли счета фактуры по старой форме, и интересно, как вы с этим боролись, если есть время, да, можете коротко написать, то есть идут ли на контакт ваши поставщики, заменяют ли вам счета фактуры, то есть было бы это, наверное, интересно и мне интересно, и нашим сегодняшним слушателям. Вот, но идем дальше, что у нас еще, то есть на что хотелось бы обратить внимание. Как я уже сказала, в счетах-фактурах появились дополнительные реквизиты для прослеживаемых товаров, то есть это строки, да, с 12 по 13. Кроме того, изменилось наименование строки 11, то есть теперь она называется регистрационный номер декларации или регистрационный номер партии прослеживаемых товаров. Вот на 11 строке я еще остановлюсь подробно. Пока вот давайте посмотрим 12 строку. Количественные единицы измерения товаров, подлежащих прослеживаемости. Значит, здесь мы ставим ту единицу измерения, которая предусмотрена в постановлении правительства об утверждении перечня прослеживаемых товаров. Пока там только одна единица измерения – это штуки. Поэтому здесь у нас будут штуки. И теоретически вот единица измерения прослеживаемых товаров может отличаться от единицы измерения, которую мы укажем в начале счета фактуры. Да, там тоже есть единица измерения, но принятой в нашей компании. То есть теоретически, если вдруг, ну вот представим такую ситуацию, у меня учет мониторов ведется в коробках, я их коробками продаю. И я написала реализация монитора, да, то есть наименование товара монитор, одна коробка, а вот здесь, где единица измерения прослеживаемых товаров, я все равно должна написать штуки и указать, сколько же штук в этой коробке и с каким РНПТ я продала, да, по этому счету фактуре. Ну и с количеством здесь, в общем-то, понятно. На что еще хотелось обратить внимание? Поскольку по прослеживаемым товарам счета фактуры выставляются только в электронном виде, это требование налогового кодекса, то при выставлении счетов фактур на бумажном носителе в постановлении правительства 1137 обновленной редакции указано, что строки с 12 по 13 не формируются. Это значит, что счета фактуры на бумаге у нас должны состоять из 11 граф, да, то есть как и прежде, из 11 граф, но обращаем внимание, по новой форме,
по новой форме, со строкой 5А, с обновленным названием графы 11, да, с порядковым номером записи в счете фактуре. То есть форма должна быть новая, но бумажная форма счета фактуры с 1 июля состоит из 11 граф. То есть данные для прослеживаемых товаров в бумажную форму не включаются. Но если у вас программа по каким-то причинам формирует все 13 граф, то лишние графы в счетах фактурах, если не изменяется форма, не являются ошибкой. В электронном виде счета фактуры, даже если они выставляются на непрослеживаемые товары, на работы, на услуги, формально должны состоять из всех 13 граф. Другое дело, что некоторые производители программного обеспечения, бухгалтерских программ, просто не выводят на экран вот эти строки, графы, простите, с 12 по 13, чтобы, если вы выставляете счета фактуры на непрослеживаемые товары, чтобы вы могли видеть на экране, а что заполнено в счете фактуре. Поэтому у многих компаний, которые осуществляют, то есть бухгалтерских программ, которые помогают нам выставлять счета фактуры, просто на экран не выводится второй лист счета фактуры по непрослеживаемым товарам. А по прослеживаемым товарам тоже счета фактуры могут состоять из двух листов, то есть отдельно графы с 12 по 13 могут быть на другом листе, и ФНС недавно это подтвердило. Вот. Что еще у нас? Отдельно давайте остановимся на графе 11. Если вы продаете импортные товары, то в графе 11, если продаете импортные непрослеживаемые товары, то в графе 11 по-прежнему вы указываете данные таможенной декларации, а если продаете импортные прослеживаемые товары, то в графе 11 вы должны указать регистрационный номер партии товара, РНПТ. Где мы должны взять РНПТ? Значит, если мы, импортеры, сами ввозим импортный прослеживаемый товар и заполняем таможенную декларацию, то, как я уже сказала, РНПТ мы сами формируем. То есть берем номер таможенной декларации и через дробь ставим номер товара прослеживаемого из этой таможенной декларации. Если прослеживаемые товары мы ввозим из стран Евразийского экономического союза, то номер РНПТ нам присваивает налоговая инспекция. Чтобы получить РНПТ по товарам, которые мы ввозим с территории Евразийского экономического союза, нам нужно не позднее 5 рабочих дней с даты принятия к учету товаров, которые мы ввозим с территории Евразийского экономического союза, представить налоговую инспекцию уведомление. И не позднее следующего дня налоговая инспекция нам должна присвоить этой партии товаров РНПТ, которые мы потом будем указывать в соответствующих документах. Перепродавцы прослеживаемых товаров берут РНПТ из тех документов, которые получили от своих поставщиков. Ну и закономерный вопрос. У меня есть прослеживаемые товары или там были прослеживаемые товары на 8 июля. Понятно, что никакие РНПТ этим прослеживаемым товарам до 8 июля не присваивались. Где взять РНПТ в этом случае? В этом случае мы должны представить уведомление об остатках прослеживаемых товаров на 8 июля. Вот оно так называется. Это не значит, что уже 8 июля надо было представить уведомление. Уведомление об остатках, и нам нужно представить в налоговую инспекцию вот в любой момент. Самое главное, это нужно сделать до того, как мы захотим продать вот эти товары, которые были у нас в учете на 8 июля, или мы захотим, будем говорить, утилизировать этот товар, там, передать в уставный капитал, то есть до того, как прослеживаемость этих товаров должна прекратиться. И, кстати говоря, уведомление об остатках товаров в налоговую инспекцию нужно представлять и в том случае, если вы прослеживаемый товар приобрели у физического лица, не индивидуального предпринимателя. Ну, например, купили бэушный монитор. Соответственно, нужно представить уведомление об остатках товара, как ни странно, оно именно так называется, и получить РНПТ. То есть налоговый орган не позднее следующего дня после получения уведомления должен этот РНПТ присвоить. Я понимаю, какие сейчас вопросы могут возникнуть, а у нас основные средства, а у нас не товары. Вот следующий номер нашей программы как раз
наверное, об этом, да, но прежде всего, вот раз уж у меня по слайдам вышло это письмо, хочу обратить ваше внимание, что если кто-то уже, то есть формально у нас товары, подлежащие прослеживаемости, возникли с 8 июля, да, только с 8 июля обязательства по уведомлению и так далее, но если вы добросовестные налогоплательщики поторопились и представили в налоговую инспекцию уведомление об остатках товаров на 1 июля и вам присвоили коды РНПТ, ФНС говорит, пожалуйста, используйте их дальше, то есть второй раз нам уже это уведомление представлять не надо. И, кстати говоря, вот Федеральная налоговая служба утвердила формы, форматы, порядок заполнения отчета об операциях с прослеживаемыми товарами, и эти формы, электронные форматы стали обязательно с 11 сентября, то есть уже применяем, вы будете представлять, если отчет о прослеживаемых товарах или представлять уведомление после 11 сентября, то делать нужно это по форме, утвержденной приказом ФНС от 8 июля. Я понимаю, что бухгалтеры сами не будут ничего в программе обновлять, но, по крайней мере, надо спросить у айтишников, у нас там как, да, форматы соответствуют приказу ФНС или нет, обновили мы что-то или нет. До 11 сентября следовало представлять уведомления по форматам, приведенным в письме ФНС от апреля 2021 года. Вот, значит, то, о чем я уже сказала, если вы представили уведомление, поторопились и вам присвоили РНПТ до 8 июля, то вы им пользуетесь. И вот, наверное, ответ на самый популярный вопрос. У меня на остатках, то есть на 8 июля, да, надо говорить, на 8 июля, есть прослеживаемый товар. Это старые древние импортные мониторы, у кого-то там старые бульдозеры, погрузчики. То есть вот та техника, которая относится к прослеживаемым товарам. Мне надо с этим что-то делать. Это не товар с точки зрения налогообложения. Я не собираюсь это продавать. Значит, да, сказала Федеральная налоговая служба, даже основные средства и так называемая малооценка относятся к прослеживаемым товарам. Дело в том, что у нас определение товара для разных целей разное. Для налогового кодекса товар – это то, что подлежит продаже, да, то, что мы будем перепродавать. А для целей таможенного законодательства товар – это любое движимое имущество, ну, если упрощенно. И вот для целей прослеживаемости товаров тоже законодатели решили, по сути, взять термины из таможенного законодательства. Поэтому к товарам, подлежащим прослеживаемости, это в постановлении правительства указано, относится движимое имущество, принадлежащее на праве собственности налогоплательщику. Поэтому ваши старые основные средства, там, мониторы, бульдозеры, экскаваторы, да, импортные, которые у вас были на 8 июля, подлежат прослеживаемости. И формально вы должны сообщить об этих товарах, подлежащих прослеживаемости, представив уведомление в налоговую инспекцию об остатках этих товаров на 8 июля. Налоговый орган присвоит вам вот этой, по этим партиям товаров РНПТ. Если вы захотите продать бэушные прослеживаемые товары, то в счете фактуре вы укажете этот присвоенный РНПТ. И причем формально, опять же, самый распространенный вопрос, который задают на вебинарах. А если я не собираюсь продавать? Вот как бы сломается монитор, выброшу его и все, да, не буду продавать, буду утилизировать. То в этом случае надо мне представлять уведомление, получать РНПТ или не надо? Формально надо. То есть в любом случае, если вы собираетесь утилизировать, например, те же мониторы, то их прослеживаемость прекращается. И формально вы должны будете представить отчет о прослеживаемых товарах, потому что когда вы будете утилизировать бушные мониторы, это в декларацию по НДС не попадет. Тогда вы должны будете отразить эту операцию в отчете по прослеживаемым товарам, а для этого понадобится РНПТ. И нужно будет представить уведомление об остатках таких товаров на 8 июля, причем это уведомление можно будет представить в любое время. Опять же, главное, да, еще раз, до того, как вы соберетесь продать эти бэушные прослеживаемые товары или до того, как вы соберетесь их утилизировать. Скажу честно, я не понимаю,
зачем присваивать РНПТ тем прослеживаемым товарам, которые я хочу или буду утилизировать. То есть налоговая инспекция и так не знала, что у меня были прослеживаемые товары, а теперь я их буду утилизировать, да? То есть зачем им сообщать о том, чего они не знали и чего уже нет и как бы не будет. Но формально вот эти операции, получается, нужно сделать. Поэтому еще раз резюме, уж извините за повторение. Если у меня на 8 июля в учете, даже в учете числилось неправильно, на праве собственности у компании были прослеживаемые товары, там бэушные мониторы, экскаваторы и так далее, то я должна уведомить налоговую инспекцию об остатках этих прослеживаемых товаров и получить РНПТ. Все равно, когда я это сделаю. Сроков четких об уведомлении нет. Главное это сделать до того, как мне понадобится РНПТ. Вот, также возникает вопрос. Мы продаем набор из прослеживаемых товаров. Что показать в счете фактуре? Ну, когда такие вопросы, как правило, задают? Когда продают монитор и процессор, да? Иногда это называется рабочее место. Вот рабочее место мы продаем, оно стоит столько-то. Как отразить, что мы продаем монитор, прослеживаемый товар в счете фактуре? В этом случае мы в наименовании товаров, говорит ФНС, указываем наименование комплекта, например, рабочее место. А там, где данные о прослеживаемых товарах, мы покажем, например, один, да, если один монитор входит туда, значит, поставим, да, один монитор, одна штука, прослеживаемый товар, и, соответственно, укажем, что мы продаем монитор и данные РНПТ, то есть данные РНПТ монитора, входящего в этот комплект, ничего страшного в этом нет. Но также многие задают вопрос, а вот одно из условий, когда прекращается прослеживаемость товаров, это переработка. Вот как мы можем переработать монитор, там, как мы можем экскаватор переработать, только на металлолом, да, то есть или утилизировать. Ну, как бы первая мысль, что такое переработка? При переработке прослеживаемость товаров прекращается. И многие задавали вопрос, если мы выполняем работы, например, по монтажу видеосистемы, и мы монтируем эту видеосистему, туда входит монитор, еще там что-то, да, камеры и так далее. Вот мы как должны выставлять счета фактуры? Да, вот это считается ли переработкой? Что у нас происходит? Значит, Минфин разъяснил, что переработкой прослеживаемых товаров признаются операции, при которых товар становится неотделимой частью готового товара, да, то есть, ну, на мой взгляд, неотделимым улучшением. Хотя и это неправильно, потому что если я выполняю работы по монтажу, например, видеосистемы, и у меня в стоимость работ входит сама видеосистема, я ее отдельно не продаю, то в этом случае я выставляю счета фактуры на работы, а в счетах фактурах на работы и услуги я вообще не отражаю данные о прослеживаемых товарах. Данные о прослеживаемых товарах отражаются только в счетах фактурах на реализацию этих товаров, да, или там комплекта. Вот, поэтому если говорить об условиях, о таких условиях договора, когда вот в моем примере видеосистема входит в стоимость работ, то здесь будет счет фактуры на работы. И при этом, если вы использовали монитор прослеживаемый товар, в этих работах, да, как материалы, да, если бы мы строили, мы бы кирпичи использовали, выдали счет фактуру на строительно-монтажные работы вместе с кирпичами, мы бы не выделяли кирпичи отдельно, да, вот, и поскольку у нас в данном случае монитор, по сути, переработался, да, в работах, мы покажем, что прекратилась прослеживаемость монитора и покажем это в отчете о прослеживаемых товарах. Вот, значит, ну вот как-то так, да? Если у нас стоимость монитора видеосистемы выделена отдельно в договоре, то есть мы ее продаем нашему заказчику, и, возможно, иногда бывает даже вот право собственности на видеосистему перешло на ее составляющие, а потом, по сути, мы уже из материалов заказчика выполняем работы, да, устанавливаем видеосистему, то в этом случае мы выдадим, опять же, надо смотреть условия договора, счета фактуры на
видеосистему, в том числе укажем РНПТ по прослеживаемому товару, монитору, да? Вот, и счет фактуру на выполненные работы. То есть каждый случай, на мой взгляд, должен рассматриваться индивидуально. Ну, по крайней мере, более-менее что-то понятно с переработкой. Еще на один популярный вопрос ответил Минфин. Как купить прослеживаемые товары в рознице? Вот компания хочет приобрести монитор в магазине розничном и направляет своего подотчетника. Иди купи нам монитор или там телевизор нам нужен, предположим, для компании. Как быть в этом случае? Минфин говорит, что в этом случае, раз подотчетник идет приобретать товары для организации, именно для нужд организации, ему нужно выдать доверенность. И с этой доверенностью он приходит в магазин и говорит: ребята, я представитель компании. То есть я именно представитель юридического лица и буду сейчас у вас покупать телевизор или монитор, прослеживаемый товар. И поэтому розничный магазин в такой ситуации обязан будет выставить вашей компании счет-фактуру на прослеживаемые товары в электронном виде. А, конечно, подотчетник может пойти без доверенности и просто купить монитор. Но Минфин говорит, это неправильно. Потому что если он купит монитор как обычное физическое лицо, прослеживаемость монитора прекратится. Магазин сообщит, прекратилась прослеживаемость монитора. Физлицу для личных нужд продали. Но это же не так. Физлицо-то купило монитор не для личных нужд, а для нужд компании. Поэтому резюме. Все, как это, хотите купить прослеживаемый товар формально, подотчетнику надо дать доверенность, он должен показать доверенность в магазине, и вам должны выставить электронный счет фактуру на прослеживаемый товар. И, кстати, меня как-то спросили, а надо ли заключать договор об электронном взаимодействии с магазином? Действительно, до 1 июля, чтобы выставлять электронные счета фактуры между компаниями, мы должны были прийти к взаимному согласию, что да, мы будем это делать. С 1 июля добавили, за исключением случаев, предусмотренных налоговым кодексом. И поскольку при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, выставление счетов фактур в электронном виде обязательно, то заключать соглашение, в частности, с розничным магазином о выставлении вам электронного счета фактуры формально не нужно. То есть это и так магазин должен сделать. Ну, вот видим, что могут быть вопросы, да, и там с указанием РНПТ уже идут жалобы на поставщиков, кто-то там не РНПТ указал, а только номер таможенной декларации, что в этом случае делать. Пока у нас, если можно так выразиться, лайтовый режим. Да? Мы пока только учимся составлять документы по прослеживаемым товарам и заполнять счета фактуры. Значит, за нарушение там, порядка выставления счетов фактур в электронном виде, за нарушение неуказания данных по прослеживаемым товарам, за непредставление отчетности по прослеживаемым товарам, пока никаких штрафных санкций нет. Штрафные санкции будут введены с 1 июля 2022 года и будут применяться к тем нарушениям, которые мы совершим с 1 июля 2022 года. Пока у нас переходный период, и мы только учимся делать все правильно. Кроме того, в налоговом кодексе определено, что если нам в счете фактуре неверно указали данные по прослеживаемым товарам или даже вообще не указали, то вот эти ошибки не лишают покупателя права на вычет НДС по прослеживаемым товарам. Ну, действительно, это логично. То есть прослеживаемость – это прослеживаемость, а мои вычеты по НДС – это вычеты по НДС. И за то, что продавец не укажет данные по прослеживаемым товарам, его будут привлекать потом, хотел сказать, к уголовной ответственности, к административной ответственности, но это никоим образом не будет влиять на вычеты НДС. Вот на это хотелось обратить внимание. Ну и давайте пробежимся по разъяснениям Минфина, уже немало разъяснений Минфина, где он дает ответы на, в общем-то, многие популярные вопросы. Ну вот, в частности, Минфин сообщил, что в ежемесячных счетах фактурах на лизинговые платежи, когда в лизинг передается прослеживаемый товар,
не нужно указывать данные РНПТ. Это то, о чем я говорила. То есть данные РНПТ, данные о прослеживаемых товарах указываются только в счетах, фактурах на товары, на лизинговые платежи, на услуги. Эти графы не заполняются. Опять же, вопрос, если нам поставщик не указал данные о прослеживаемых товарах, что делать? Ну, что делать? Медфин говорит, обратитесь к поставщику, да, то есть никакого, ну, скажем так, административного давления на поставщика оказать нельзя, получается. То есть, говорит, обратитесь к поставщику, спросите у него, да, пусть он вам переделает счета фактуры, то есть выставит исправленные и добавит данные о прослеживаемых товарах. То есть, ну, извините, ничего конкретного, да, то есть как бороться с такими поставщиками, если мы покупатели хотим, чтобы у нас все было идеально. Да? Даже если нас не за что штрафовать. Вот. Ну и опять же, в этом же письме Минфин сказал, что если пока счета фактуры на прослеживаемые товары вставляются на бумажном носителе, административной ответственности за это нет. Ну и, наверное, переходим к топ вопросов. Строка, новая строка в счете фактуре, строка 5А. В ней отражаются реквизиты документов об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг. Это обязательный реквизит в отгрузочном счете фактуре с 1 июля. И, наверное, этой строке, по этой строке больше всего задают вопросы. Напомню, в строке 5А мы указываем реквизиты отгрузочных документов применительно к порядковому номеру записи в счете фактуре. Все видели, что в счете фактуре в новой форме появилась строка 1, порядковый номер записи, а изменилась нумерация, граф наименование товара, код вида товаров. То есть вот здесь тоже произошли изменения. Так вот, что мы показываем в строке 5А? Открываем постановление 1137, там единственное, что написано. Если у вас несколько отгрузочных документов, показывайте их через точку с запятой. Все, да? То есть никаких четких рекомендаций по заполнению этой строки нет. Но ФНС на своих вебинарах разъясняет, что, ну, понятно, если у нас одна запись в счете фактуре, то мы напишем порядковый номер 1, да, и покажем, например, реквизиты от товарной накладной, предположим, если счет фактуры на товар. Если это выполнены работы, значит, реквизиты акта выполненных работ. Если у нас несколько записей в счете фактуре, и у нас один отгрузочный документ, например, под номером первым идет у нас картофель, под номером вторым там морковь, и картофель и морковь отражены по одной товарной накладной, то в этом случае мы напишем 1-2 и напишем реквизит товарной накладной, по которой отгружали морковь и картофель. Ну и единственное, что пока разъяснила ФНС и Минфин, если у нас выставляется счет, универсальный передаточный документ с функцией счета фактуры, то понятно, это и есть первичный документ, то в строке 5А мы повторяем реквизиты, то есть номер и дату, которые указаны в строке первый, то есть реквизиты счета фактуры. Вот это письмо ФНС. Я думаю, что, ну, если кто-то там хочет что-то фотографировать с экрана, не нужно этого делать. Безусловно, организаторы всем направят мою презентацию, вы сможете спокойно посмотреть, на какие письма я ссылаюсь, сами найдете их, прочитаете. Вот кому что интересно, поэтому если вы там что-то не успели реквизиты писем записать, не расстраивайтесь, все у вас будет, презентациями мы всегда делимся. Вот, то есть вот письмо ФНС, в котором ФНС написала, да, при выставлении универсального передаточного документа в строке 5А нужно повторить реквизиты счета фактуры. Ну и возникает вопрос, а вдруг не то что-то напишем в строке 5А, не все реквизиты? Ну, хочу заметить, что это ничего страшного. Напомню, у нас есть норма о несущественных ошибках в счетах-фактурах. Это пункт 2 статьи 169, который говорит о том, что ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам определить продавца, покупателя, наименование товаров, работу, услуг, ставку и стоимость товаров, не являются основанием для отказа в вычете НДС. Вот что бы мы не указали в строке 5А, если мы даже ошиблись, то есть наши поставщики ошиблись с указанием информации в строке А,
строке 5А, то это не лишает покупателя права на вычет. Но если, опять же, вы получили счет-фактуру по старой форме, там вообще нет строки 5А, то вот это отсутствие вообще строки 5А может лишить нас права на вычет, потому что, я уже говорила, то, что мы получили, получается не счет-фактура, потому что он составлен не по форме, утвержденной постановлением правительства. Также хочу отметить, ФНС обнаружила, что в электронном формате счета фактуры в строке 5А нельзя сделать порядковый номер записи в счете фактуре. Ну, может быть, кто-то там умудрился это сделать, да? Но формально не предусмотрено форматом электронного счета фактуры проставление порядкового номера записи в строке 5А. ФНС говорит, ничего страшного, ни для продавца, ни для покупателя. Продавец выполняет требования налогового кодекса. Написано, выставляйте по формату, утвержденному постановлением правительства, да, простите, ФНС, вы выставляете. Да, поэтому вот до внесения изменений в электронный формат вот выставляйте так, как получается. И у покупателя, соответственно, никаких проблем с вычетом НДС при получении такого электронного счета фактуры быть не должно. Также задает вопрос, у нас розничная торговля, и мы там раз в месяц или раз в квартал составляем такой сводный счет фактуру на все розничные продажи, регистрируем в книге продаж, что нам указать в строке 5А. Ну, хотелось бы отметить, что то, что вы составляете по итогам месяца или квартала, на самом деле не счет-фактура формально, это не счет-фактура. Напомню, что мы можем не выставлять счета-фактуры физическим лицам, если они с нами рассчитываются наличными, или если у нас в договоре написано, что мы им не выставляем счета-фактуры, потому что они не плательщики НДС. Ну, правда, из разъяснений ФНС и Минфина можно сделать вывод, что при рознице, даже если они с нами карточкой безналом рассчитываются, достаточно выписать счет-фактуру в одном экземпляре. Но как бы то ни было. То есть в этом случае, когда мы не выставляем счета-фактуры в розничной торговле, в книге продаж мы можем регистрировать первичный документ на отгрузку товаров, да, работу, услуг, или сводный документ по итогам месяца или квартала, то есть это не счет-фактура. Поэтому просто мы вот в качестве иного документа взяли счет-фактурную форму. Поэтому ФНС и говорит, что при составлении сводного счета фактуры при розничной торговле в строке 5А никакие отгрузочные документы перечислять не нужно. Ну и топ самых популярных вопросов по заполнению строки 5А. Я вот вижу в чате, у меня тут 18 вопросов задали, я с вашего позволения буду на них отвечать уже после того, как закончу основную часть, ну, чтобы не отвлекаться, потому что практика показывает, я в последнее время 40 минут отвечаю на вопросы, так много вопросов. Поэтому сразу, предвосхищая некоторые вопросы, решила ответить на популярный. Значит, первое, у подрядчиков вопрос. Что указать в строке 5А при выполнении строительно-монтажных работ? То есть они говорят, у нас есть КС-3, справка от стоимости работ, у нас есть КС-2, называется акт выполненных работ. Что нам указать в строке 5А? Вот формально ни один из этих документов, ну вот если отвечать на так, вопрос, как он сформулирован, формально ни один из этих документов не будет неверным ответом. Почему? Потому что верный ответ в строке 5А нужно указать реквизиты акта выполненных работ. Поэтому читайте условия договора. Если КС-2 в соответствии с условиями договора подряда выполняет функцию акта выполненных работ, то в строке 5А нужно указать реквизиты КС-2. Да, а некоторые говорят, знаете что, у нас в КС-3 вот как бы вот сводная, да, информация, и может быть к одному счету фактуре 20 КС-2, вот как же мне их перечислять? Ну, я не знаю, или 20 перечислять, если каждый КС-2 выполняет функцию акта выполненных работ, или определите договором, что работы передаются на основании акта выполненных работ, а КС-2 – это всего лишь уведомление заказчику о готовности тех работ, которые перечислены в КС-2. И тогда, на, как вы говорите, на 20 КС-2 вы составите один акт выполненных работ, который подпишет заказчик. И реквизиты одного акта выполненных работ вы покажете в строке 5А. Также, кстати, задают вопрос,
А если мы составили акт выполненных работ, например, там 29 сентября, а заказчик подпишет работы, акт выполненных работ 5 октября, что нам указать в строке 5А? Значит, если речь идет действительно о работах, то есть, которые имеют материальное выражение, действительно работы передаются на основании акта. И работы считаются выполненными только после того, как заказчик подписывает акт выполненных работ. Поэтому в моем примере налоговая база по НДС, если заказчик подписал акт выполненных работ в октябре, налоговая база по НДС возникнет в четвертом квартале, да, 5 октября в моем примере. И формально, да, тут же выясняем, а что же нам в строке 5А написать? Значит, как я уже сказала, четких рекомендаций нет. Надо написать реквизиты документа о выполнении работ. Но я открыла статью 169, и формулировка про отгрузочные документы в налоговом кодексе несколько отличается от постановления правительства 1137. И там написано, что нужно указать в счете-фактуре реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг. На мой взгляд, позволяют идентифицировать документ даты, которые указаны на этом документе. То есть в моем примере, если у нас акт выполненных работ от 29 сентября, но подписан 5 октября, то реквизиты, которые позволяют идентифицировать этот акт, это 29 сентября. То есть акт от 29 сентября. Да, подписан он 5 октября. Но хочу сказать, я думаю, что такие опасения есть у многих слушателей. Да, сейчас многие думают, ага, в строке 5А счет фактуру я выставлю 5 октября, да, не раньше. Этот счет фактуру на работу зарегистрирую в книге продаж за 4 квартал, а в строке 5А покажу акта 29 сентября. Мне тут же налоговые органы, если действительно программный продукт будет сверять строку 5А с датой счета фактуры, тут же представит требования о представлении и пояснении, а что это у вас отгрузка? Ну, если смотреть строку 5А, произошла 29 сентября в третьем квартале, а вы показали налоговую базу только в четвертом квартале. Поэтому, ну, наверное, на месте бухгалтера я взяла на себя ответственность и написала, что это акт от 5 октября. Тем более, что я тут решила почитать поподробнее ФСБУ 27, знаете, обязательно станет применение с 22 года, но можно применять досрочно. И там написано, что датой составления первичного документа является дата подписания первичного документа ответственными лицами. Поэтому в идеале, на мой взгляд, если не противоречить ФСБУ 27, дата акта выполненных работ должна совпадать с датой подписания акта выполненных работ заказчика. Наверное, сейчас все возмутились, да? И как же вы нам предлагаете это сделать, да? Ну, теоретически, если руководствоваться нормами гражданского законодательства, подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности работ. Поэтому теоретически в идеале, на мой взгляд, когда вы сделали работы, вы направляете заказчику уведомление о том, что работы выполнены. Иди, так сказать, проверяй, да, что мы там понаделали. И когда заказчик придет подписывать, да, акт выполненных работ, принимать наши работы, только тогда мы и поставим дату на акте. Вот придет 5 октября, значит, так будет от 5 октября, а до этого мы, можно сказать, шаблон сделали, да, то есть у нас будет уведомление о готовности работ, в моем примере, например, от 29 сентября, да, и акт выполненных работ мы поставим дату 5 октября, и все дружненько подпишем, и все будет понятно, акт от 5 октября, и все подписали 5 октября. Но это, конечно, в идеале. Ну, если заказчик не будет акт подписывать, то на всякий случай у вас в договоре есть, когда работы считаются принятыми, если заказчик отказывается от подписания после его уведомления. И по ГК, если в течение периода времени определенного
заказчик отказывается от подписания акта, не обосновывая свои причины, вы ставите подпись, по крайней мере, по договору строительного подряда, ставите подпись, отметку о том, что заказчик отказывается от подписания акта выполненных работ, работы считаются выполненными, и такой акт заказчик сможет оспорить только в судебном порядке. Ну, это я уже немножко увлеклась, да, давайте ускоримся. Что еще у нас интересного? У многих есть аренда. Тоже спрашивают, что указать в строке 5А при аренде? Когда такие вопросы возникают? Когда мы по аренде не составляем акт об оказанных услугах. Ну, если у нас арендная плата не меняется, установлена договором 100 рублей в месяц. Ну, я, конечно, нутрирую, да? Вот 100 рублей в месяц нам каждый месяц и платят. Мы составляем справку бухгалтера и 100 рублей себе в доходы каждый месяц начисляем. Что в строке 5А? Еще раз читаем статью 169. То есть в счете фактуре должны быть указаны реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об оказании услуг. Аренда для НДС – это услуги. Поэтому какой документ при аренде позволяет нам говорить о том, что услуги аренды оказаны? На мой взгляд, это два документа. Это договор аренды и акт приема передачи арендованного имущества. То есть если я передала арендованное имущество, все, аренда началась, пользуйтесь, ребята, изо дня в день я оказываю услугу аренды. Поэтому, если вы не составляете акт об оказанных услугах, ежемесячные или ежеквартальные по аренде, на мой взгляд, в строке 5А следует указать реквизиты договора аренды через точку запятой, если это не электронный счет фактура, показать реквизиты акта приема передачи имущество в аренду. Ну, некоторые считают, что строка 5А может оставаться пустой. На мой взгляд, таких вариантов формально не предусмотрено. Откройте постановление 1137 правил заполнения счетов фактур, вы увидите, что в строке 5А нужно указать реквизиты документа, подтверждающего оказание услуг. И в тех строках счета фактуры, которые мы можем оставить незаполненными, да, или поставить прочерк, прямо в постановлении правительства и говорится. При отсутствии реквизитов вы можете поставить прочерк или оставить незаполненный. Поэтому, на мой взгляд, в строке 5А лучше что-то написать. Конечно, я не исключаю, что, опять же, можете получить требования о представлении пояснения, что это у вас в дате отгрузки, будем говорить, в строке 5А договор от там двухлетней давности теоретически, да, а налоговая база определена только сейчас, но поясним, что это речь идет об аренде. Ну, еще один вопрос, как комиссионеру заполнить строку 5А при перевыставлении счета фактуры в адрес комитента? Речь идет о договорах на приобретение товаров, работ и услуг. Поскольку никаких особенностей по посредническим операциям обновленное постановление 1137 не содержит, то порядок прежний, на мой взгляд. То есть комиссионер, получив счет-фактуру от поставщика при приобретении товаров, работ, услуг для комитента, что делает? Берет этот счет-фактуру, да, и перевыставляет. Он берет этот счет-фактуру и меняет в нем номер счета-фактуры, да, дата остается прежняя, и меняет в перевыставленном счете-фактуре покупателя. В первоначальном счете-фактуре покупателем был комиссионер, в перевыставленном будет покупатель. Все. Соответственно, что было в строке 5А счета фактуры, полученного от поставщика, то останется, тоже останется и в перевыставленном счете фактуры. Вот. Если вы выставляете универсальный передаточный документ с функцией счета фактуры, с 1 июля счет фактурная часть должна быть обновлена. Некоторые скажут, как же так, это что-то другое, да, это не счет фактуры. На самом деле это счет фактура. Постановление 1137, это то постановление, которым утверждены формы счетов фактур, да, говорится, что мы вправе дополнять счета фактуры реквизитами для того, чтобы этот документ считался первичным. То есть УПД – это счет фактура, обросшая реквизитами первичных документов, которые, кстати, мы можем сами, да, делать все, какие мы хотим. То есть четко утвержденной формы универсального передаточного документа нет. Поэтому, поскольку обновилась форма счета фактуры, то и счет фактурная часть в УПД тоже должна обновиться. Но если вы УПД, универсальный передаточный документ, выставляете только с функцией первичного документа, без функции счета
фактуры, то вы можете формировать этот УПД как угодно. Главное, чтобы соответствовало реквизитам, утвержденным для первичных документов, то есть закон об учете. На что нужно обратить внимание при выставлении корректировочных счетов фактур? Там тоже в форме корректировочных счетов фактур произошли изменения. Появились данные о прослеживаемых товарах и появился порядковый номер записи в корректировочном счете фактуре. На что здесь хочу обратить внимание? Первое. Порядковый номер записи в корректировочном счете фактуре. На самом деле это не порядковый номер записи в корректировочном счете фактуре, это порядковый номер записи в том счете фактуре, к которому мы выставляем корректировочный. То есть, например, мы отгрузили товары с 5 наименованиями, а теперь по условиям договора или там при возврате товаров, да, нам нужно выставить корректировочный счет фактуру. Предположим, нам возвращают товар номер 4, изменилось его количество. И в этом случае мы выставляем корректировочный счет фактуру только на тот товар, стоимость или количество которого изменилось. И раз у меня изменилось количество товара номер 4, то в корректировочном счете фактуре, даже если в нем будет одна строка с этим товаром, я укажу в порядковом номере 4, да, и покажу наименование товаров, которые у меня под номером 4 в отгрузочном счете фактуре. То есть вот таким образом нужно заполнять корректировочный счет фактуры. Также уже ФНС пояснила, какие ограничения есть при выставлении сводных корректировочных счетов фактур. То есть, напомню, я могу выставлять корректировочный счет фактуру не каждому отгрузочному счету фактуре, по которому изменилась стоимость, а я могу выставлять один корректировочный счет фактуру на несколько отгрузочных счетов фактур, по которым изменилась стоимость отгруженных товаров, работ, услуг. Например, у меня есть договор, в соответствии с которым, если вы приобретете у меня в течение года товаров там, на 1 000 000 рублей, ну или на какую-то другую сумму, то стоимость всех товаров будет снижена, предположим, на 10%. Я вам предоставлю так называемую ретро-скидку. Вы выполнили условия договора, приобрели на 1 000 000, да, и я вам кредит-ноту. Да, уважаемый покупатель, вы выполнили условия договора, стоимость товаров теперь будет не 120 рублей, а там минус 10%, 108, да, условно говоря. И что я могу сделать? Я могу выставить один корректировочный счет фактуру, ну, там через точку запятой, да, я укажу реквизиты всех первичных отгрузочных документов, отгрузочных счетов фактур, по которым у меня изменяется стоимость товаров. А могу выставить, если, например, у меня было 1000 отгрузок, по которым изменилась вот теперь стоимость, я могу выставить 1000 корректировочных счетов фактур каждому отгрузочному счету фактуре. И если раньше, когда я выставляла один корректировочный счет фактуру на 1000 отгрузочных документов, я могла в одну строку собрать те товары, по которым у меня стоимость была одинаковой. Например, я весь год грузила гвозди по 120 рублей за килограмм. И у меня в отгрузочных счетах фактурах были только гвозди по одной и той же цене, 120 рублей за килограмм. Да? Где-то там 100 килограмм я отгрузила, где-то 1000 килограмм гвоздей. Да? Вот. Но одни и те же гвозди по одной и той же цене. Я могла выставить корректировочный счет фактуру к 1000 отгрузочным счетам фактурам и указать там одной строкой гвозди. Было 120 рублей, стало 108 рублей, да, вот разница по всем отгрузочным счетам фактурам такая-то, на которой уменьшилась стоимость этих гвоздей. То теперь с введением порядкового номера из отгрузочного счета фактуры ФНС говорит, нет, так сделать нельзя. То есть в моем примере про гвозди, даже если они отгружались по одной цене, я сделаю, было 1000 отгрузок в течение, да, определенного периода, за который я выставляю корректировочные счета фактуры, значит, у меня будет 1000 строк по каждому отгрузочному документу. Номер один, да, гвозди было 120 рублей, стало 108 рублей, столько-то килограмм, да, отгрузили. Опять номер один в корректировочном счете фактуре гвозди было 120, стало 108, столько-то, да, то есть за килограмм, столько-то разница, то есть 1000 у меня будет вот этих гвоздей в одном корректировочном счете фактуре. Вот на это хочу обратить внимание.
Ну и опять же, если говорить о форме корректировочного счета фактуры, там появились, дополнительные графы для прослеживаемых товаров. Значит, в правилах заполнения корректировочного счета фактуры указано, что мы их берем из отгрузочных счетов фактур. То есть, если я сейчас выставляю корректировочный счет фактуру на прослеживаемые товары, которые были отгружены до 8 июля, понятно, что у меня никаких РНПТ в отгрузочных счетах фактурах не было. Значит, и в корректировочном счете фактуре я тоже не покажу данные по прослеживаемым товарам. Вот такое правило. Ну и также обратите внимание, теперь мы указываем страну происхождения товаров в корректировочном счете фактуре, регистрационный номер декларации на товары, если товары импортные, но не подлежат прослеживаемости. Опять же, бумажная форма корректировочного счета фактуры должна составлять из 11 граф, электронная форма из 13 граф. Здесь все то же самое, что и по обычным счетам фактурам. А также, обращаю ваше внимание, ФНС заметила, что оказывается и в электронной форме корректировочного счета фактуры тоже не все учли с 1 июля. В частности, в электронном формате корректировочного счета фактуры не предусмотрено заполнение страны происхождения товара по, будем говорить, обычным импортным, непрослеживаемым товарам. Но ФНС говорит, ну что делать, выставляйте пока так, как есть, пока мы не внесем изменения в формат корректировочных счетов фактур. И, соответственно, если вы получили корректировочный счет фактуру по импортным товарам без указания страны происхождения, ничего страшного, это не лишает вас права на вычет. Ну, собственно говоря, и пункт 2 статьи 169 тоже говорит нам о том, что это несущественная ошибка. Ну, что у нас еще интересного, пробежимся. С 1 июля применяется новый порядок выставления и получения счетов фактур в электронном виде. Опять же, надо у айтишников спросить, у нас там как, да, все обновлено, все замечательно. В частности, если вы выставляете счета фактуры на прослеживаемые товары, они должны быть не зашифрованным в виде. Вот такое ограничение. А с 23 июля у нас обновлены электронные форматы журнала учета счетов фактуры. Это актуально для комиссионеров, агентов. А также, кстати, обновлены формы книги покупок и книги продаж. Опять же, айтишникам надо задать вопрос. Ну и сейчас будем отчитываться за третий квартал по обновленной форме декларации по НДС. Ничего страшного там, конечно, нет, просто обновленный формат. И туда добавили, понятно, дополнительные реквизиты, которые появились в счетах-фактурах. То есть больше там, ну, можно сказать, изменений нет. Но хочу напомнить, что еще с 1 июля ужесточили налоговый контроль декларации по налогу на добавленную стоимость. С 1 июля установлено, что если наша декларация по НДС не соответствует контрольным показателям, утвержденным Федеральной налоговой службой, то наша декларация не будет считаться представленной. Контрольные соотношения утверждены приказом ФНС от 25 мая, но они были опубликованы позже появились. Так вот, если мы представляем декларацию по НДС, она не проходит контрольные соотношения, то налоговый орган должен сообщить нам об этом не позднее следующего дня. Понятное дело, что он это делает в электронной форме по ТКС. Вот. И в этом случае нам дается 5 рабочих дней для того, чтобы представить декларацию правильно заполненной. Если мы эти в 5 рабочих дней укладываемся, то декларация считается представленной в тот день, когда мы ее представили неверно. То есть, например, это актуально, когда вы будете в последний день декларацию по НДС представлять практически. Да, представили, например, 24 октября декларацию по НДС, не прошла она контрольное соотношение. Все быстренько исправили, представили еще раз декларацию по НДС, уже исправленную, например, 27 октября, уже да, за пределами срока, все, прошло контрольное соотношение, значит, она будет считаться представленной в моем примере 24 октября. Декларация, да, будет сдана вовремя. Ну и также я уже говорила, налоговые органы будут анализировать декларации по НДС и сравнивать их с отчетом по прослеживаемым товарам, то есть на предмет контроля за прослеживаемыми товарами. Что еще у нас интересного с 1 июля, опять же, касается камеральных проверок декларации по НДС. Совершенно официально теперь в налоговом кодексе установлено,
что когда налогоплательщики применяют льготы по налогам, они вправе в качестве пояснений, а что это у вас за льготы, представить в налоговую инспекцию электронные реестры документов, подтверждающих льготы. Уже утверждены реестры для подтверждения льгот по НДС и по налогу на имущество. Напомню, что по НДС мы могли даже вот до внесения изменений представлять электронные реестры по налогу на добавленную стоимость еще до 1 июля на основании писем Федеральной налоговой службы. Но теперь мы это делаем совершенно официально. Зачем нам эти реестры? Да, почему мы просто не можем представить пояснение, что да, у нас льготы на основании такого-то пункта статьи 149. Дело в том, говорит налоговая инспекция, по крайней мере по НДС, да, зачем это? Если вы представите электронный реестр документов, подтверждающих льготы, то когда налоговый орган захочет истребовать документы уже, а не пояснения, подтверждающие льготы, то объем этих документов будет значительно меньше. То есть от того, как вы успешно отчитались по льготам за прошлый квартал, да, от того, кто у вас в поставщиках числится, благонадежные контрагенты или нет, объем документов будет от 5 до 30%, если вы представите электронные реестры. Но и сразу, опять же, вопрос, который тоже задают, когда вспоминают, что у них декларации льготы. А на самом деле не все, что вы отразили в 7-м разделе декларации по НДС, там, где необлагаемые операции, являются льготами. Хочу напомнить, что в соответствии с статьей 56 Налогового кодекса льготы – это преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков. Поэтому, если освобождение от НДС могут применять все налогоплательщики, а не только, там, например, образовательные организации или организации инвалидов, то это не льготы. Например, вы займ предоставили под проценты, в 7-м разделе отразили эту операцию, налоговая требует от вас реестры, подтверждающие льготы. Вы можете культурно ответить на это требование, что льгот, то есть вы, ваша организация не применяет льготы в том смысле, который придается этому понятию статьей 56 Налогового кодекса. Да, вы применяете освобождение, предусмотренное статьей 149 для всех налогоплательщиков. И ссылайтесь на пункт 14 постановления Пленума ВАС номер 33. Налоговые органы про него знают, но просто хочу сказать, на практике по всем операциям, которые вы отразили в разделе 7, требует представить вот эти реестры. То есть у вас есть выход, либо вы представляете реестры, не спорите, либо вы культурно возражаете, что льготы не применяете. Безусловно, выбирать вам. Ну и что у нас еще с 1 июля изменилось? Ну, это такие узкоотраслевые изменения. Дополним перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%. То есть это касается тех, кто продает рыбную продукцию. С 1 октября изменяется перечень медицинских товаров, облагаемых по ставке 10% и вообще освобождаемых от НДС. То есть посмотрите, те, кто реализует медицинское оборудование, что у вас меняется с 1 октября. Ну и с 1 октября у нас также изменения у налоговых агентов, которые приобретают товары, работы, услуги у иностранных лиц. Но, на мой взгляд, конечно, это не столь распространенная ситуация, когда это коснется, но вопросов было довольно много. Вот сейчас я вот прямо у нас на экранах изменения, да, с 1 октября, а надо было бы начать, наверное, а как сейчас? Значит, вот сейчас, если мы заключаем договоры с иностранными контрагентами на приобретение товаров, работ и услуг, мы должны выполнять обязанности налогового агента по НДС. Первое, да, условие, если то, что мы приобретаем, считается реализованным на территории Российской Федерации. То есть по товарам мы открываем статью 147 Налогового кодекса, по работам и услугам статью 148 Налогового кодекса изучаем, да, как, что считается местом реализации конкретных работ и услуг. Если мы работаем с контрагентами из Евразийского экономического союза, открываем приложение 18 к договору о Евразийском экономическом союзе и смотрим, как по этому приложению определяется место реализации работ и услуг. Определили место реализации Россия. Да? Значит, смотри пункт второй.
теперь, то есть теоретически, да, мы уже можем быть налоговыми агентами. И с 1 октября в этом плане тоже ничего не меняется. То есть мы налоговые агенты, только если местом реализации является территория России. Теперь смотрим пункт 2. Сейчас мы будем выполнять обязанности налогового агента, если наш иностранец не зарегистрирован в налоговой инспекции на территории России. Исключения составляют электронные услуги, по которым иностранные организации, оказывающие электронные услуги, обязаны сами платить НДС, наш российский бюджет, зарегистрировавшись на сайте Федеральной налоговой службы. С 1 октября это тоже не меняется. Так вот, самая главная особенность. Сейчас мы должны исполнять обязанности налогового агента, если наш иностранец не зарегистрирован на территории России именно в налоговой инспекции. Но оказывается, что наш иностранец может быть зарегистрирован на территории России, даже если никакой деятельности, по сути, не ведет. Если у него есть расчетный счет на территории России, он автоматически ставится на учет в налоговой инспекции по месту открытия расчетного счета. Если у него есть недвижимость или транспортное средство на территории России, он тоже зарегистрирован в налоговой инспекции. А уж если у него есть представительство на территории России, он уже точно совершенно стоит на учете в налоговой инспекции, и при этом неважно, с кем мы заключили договор. То есть были судебные решения, когда к ответственности привлекли подразделение иностранной организации, то есть саму иностранную организацию, за то, что российский налогоплательщик с ними заключил договор непосредственно с главной иностранной организацией. Подразделение на территории России никаких услуг не оказывало российскому налогоплательщику. И Конституционный суд, и Верховный суд сказал, да, иностранцы должны заплатить в этом случае НДС сами через свое представительство. И поэтому, знаете, как получалось и сейчас? Вот я, например, хочу купить недвижимость, я имею в виду организацию. У иностранца, у него недвижимость на территории России. Формально я сейчас не налоговый агент. И значит, счет фактуру на эту недвижимость мне кто должен дать? Иностранная компания, а она не знает, как платить НДС. Да? Она стоит на учете по месту нахождения недвижимости, но как платить НДС она не знает. Да? И очень трудно истребовать сейчас у нее счет фактуру на эту недвижимость. То есть формально я сейчас не должна выполнять обязанности налогового агента по НДС, если мой иностранец хоть как-то, да, зарегистрирован в налоговой инспекции. Вот с 1 октября эта ситуация изменится. То есть, да, я буду выполнять обязанности налогового агента по НДС, если иностранная компания вообще не стоит на учете в налоговой инспекции или стоит, но только по следующим основаниям. Либо потому, что у нее есть недвижимость на территории России, транспортные средства, открыт расчетный счет, или у нее представительство на территории России, а я заключила договор непосредственно с иностранной компанией, которая мне и оказывает услуги. То есть вот что поменяется у налоговых агентов с 1 октября. Ну и уже, к сожалению, я не успеваю про 22-й год рассказать, давайте его отложим на потом, то есть есть еще время, если есть вопросы про 22-й год, пожалуйста, задавайте. То есть вот мы видим, сколько всяких изменений по налогу на добавленную стоимость произошло. Они происходят просто каждый квартал. И, конечно, декларации по НДС очень тщательно проверяются налоговыми органами. Это вот просто пристальный объект, да, изучения при проведении камеральных проверок. Декларации по НДС проверяют и вне рамок камеральных проверок. То есть проверяют наших поставщиков, предлагают нам уточниться по техническим контрагентам. То есть декларация по НДС очень важна для налоговых органов. Да? То есть на этом и происходит большинство доначислений. Вот, и поэтому хочется себя всячески оградить от ненужных споров, да, нервов. И я хочу сказать, что сейчас мы только посмотрели изменения по НДС. Вот я буквально перед вебинаром увидела новость, что собираются увеличить ставку налога на прибыль до 30%. Но не пугайтесь, не для всех компаний, а только для тех, кто выплачивает очень много дивидендов, то есть в сумме больше, чем вкладывает в развитие компании. Там будет специальная формула, это пока проект. Ну, хотелось бы спросить, а где же обещание о том, что не будем менять нормы налогового кодекса, увеличивать налоговую нагрузку? То есть, понятно, налоговая нагрузка растет, налоговый контроль растет, потому что в бюджет нужно дать денег.
И это все отражается, конечно, на налогоплательщиках и на главных бухгалтерах, на финзирах, руководителей в том числе. То есть лишние запросы, да, лишние, скажем так, нервотрепка по доначислениям в том числе. Как себя от этого оградить? Но я понимаю, что у большинства компаний, которые проводят обязательный аудит, уже есть свои аудиторы, к которым они, возможно, привыкли, и трудно, наверное, что-то менять. Но если вы чувствуете, что от аудита вы все-таки хотите получить нечто большее, да, то есть вот, а не формальное аудиторское заключение о том, что ваша бухгалтерская отчетность соответствует законодательству, да, то есть достоверно. А вы хотите получить, можно так сказать, оцифровку налоговых рисков. То есть если к вам придет налоговая, то сколько она может сейчас доначислить? Да, и как эти риски можно устранить? Да, а не только проверку налогового учета постольку, поскольку она может, ошибки в налогах могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность, то есть вы хотите знать, что у вас действительно в налоговом учете, да, все ошибки и как их исправить. А возможно, вы хотите узнать, а есть ли у вас какие-то налоговые резервы. То есть очень часто бывает, что компании переплачивают налоги. Иногда просто потому, что нет поддержки у бухгалтера. То есть позвонил инспектор и говорит, а давай убери свой убыток или там убери расходы, убери вычеты, возмещение НДС там. А иначе замучаем, да, проверками. То есть нет уверенности, что действительно сможете отбиться или там, что действительно все в учете замечательно. Поэтому вот я советую, если хочется действительно полезного аудита, а не просто формального классического аудита финансовой отчетности, проводите аудит с максимальной пользой. То есть по индивидуальному техническому заданию. Или вот как в нашей компании вы можете провести системно-комплексный аудит с углубленной проверкой налогового учета и страховкой от налоговых претензий. То есть я уже говорила, что такое страховка от налоговых претензий. Если вы следуете нашим рекомендациям и вдруг налоговая что-то доначисляет, наши юристы на вашей защите в течение 3 лет. Да, вот проверили 21 год, значит 3 года, за 21 год мы отвечаем. И если отбить доначисление не удастся, компания Ингосстрах компенсирует штрафы и пени. И, кстати, даже вот если там аудит не в нашей компании, начинайте уже проводить аудит. Да? Практика показывает, что аудит в 2 этапа, он, во-первых, позволяет сразу корректировать отчетность, исправлять ошибки, не накапливать их до конца года, и позволяет высвободить время в отчетный горячий период март-апрель, когда все хотят проводить обязательный аудит. Вот, и сейчас есть время забронировать тех аудиторов, которых вы хотите, и то время, когда вы хотите. И если вы обратитесь в нашу компанию, то сейчас у нас шикарные скидки, на мой взгляд, 15% при проведении аудита до января 2022 года, то есть можно начинать первый этап, и к этому аудиту дополнительные бонусы, и часы консалтинга, и горячие линии налоговых юристов, и что сейчас очень важно, на мой взгляд, помощь в применении новых ФСБУ, а их, да, немало. И также мы сейчас выдаем сертификаты, что очень пользуется популярностью главбухов, финзиров. То есть в сертификате именном будет указано, что вы возглавляли финансовую службу такой-то компании, которая прошла аудит за такой-то год и получила положительное аудиторское заключение. То есть, по мнению главбухов, мало ли пригодится при трудоустройстве, да, а уже, можно сказать, по сути, дополнительный плюс к резюме и отзыв о том, что вы все сделали правильно, то есть как подтверждение вашей квалификации. Кстати, 40 часов ОПБ тоже мы сейчас при заключении договора на аудит даем. И специально бонус для участников сегодняшнего вебинара, мы говорили про ФСБУ, прошу прощения, вот у вас будет презентации, вы сможете там перейти на наш сайт и рассчитать, сколько стоит аудит в нашей компании. Сейчас вы можете это сделать, если вы наведете телефон на QR-код, перейдете на расчет стоимости аудита, и буквально это займет 1 минуту, там надо поставить 4 галочки и указать адрес своей электронной почты. Тут же через минуту вам придет приблизительная стоимость аудита в нашей компании. И, как я уже сказала, бонус для участников тоже по QR-коду, если перейдете, подпишите
подпишитесь на нашу рассылку, то совершенно бесплатно вы получите трехчасовой курс Ирины Лехникевич по практическому применению пятого ФСБУ запасы, да, который мы обязаны применять с 2021 года. Вот, теперь, с вашего позволения, я перехожу к вопросам. Так, смотрю, их 26 у нас. Так. Сейчас я перейду, чтобы видеть, что видите вы почему-то. Так. Так, ну давайте. Что здесь вас интересует? Так. Вот, к сожалению, я отвечаю на вопросы после вебинара, да, ну, потому что не хочется отвлекаться, иногда мысли, скажу честно, теряю. Здесь хотелось бы, Ирина, немножко пояснить, о чем ваш вопрос. То есть вопрос, даже если покупаем для себя, если предоплата произведена до 8 июля. Видимо, я могу, да, догадываться, если что-то не так, пожалуйста, переформулируйте ваш вопрос. Я его еще раз прочитаю. То есть я понимаю, что вы приобретаете товар, подлежащий прослеживаемости для собственных нужд компании. Например, тот же монитор. Предоплату внесли до 8 июля, да, и там монитор приобретаете. Вот могу только фантазировать. То в этом случае вам ваш поставщик должен выставить счет-фактуру в электронном виде на прослеживаемый товар с указанием данных о прослеживаемых товарах, если этот монитор, например, да, будет приобретен, отгружен вам уже с 8 июля и позднее. Вот. То есть я пока, извините, только могу фантазировать, о чем вопрос. Вопрос от Татьяны. Перечень прослеживаемых товаров закрытый? Да, закрытый. То есть там конкретно указаны коды ТНВЭТ, коды АКПТ-2, и он не подлежит расширительному толкованию. То есть вы берете документацию на свой товар, смотрите коды, смотрите, есть ли эти коды в перечне. Если этих кодов нет, значит, товар у вас не подлежит прослеживаемости. Вопрос от Екатерины. В одном входящем счете фактуре две и более строки с РНПТ. Как оформляется книга покупок? Две строки. Ну, вы знаете, скажу честно, надо смотреть технические возможности программного продукта и то, как это у вас выводится на экранах. Теоретически в правилах заполнения книги продаж через точку с запятой. Да? Вот, но скорее всего, это будет две строки. То есть в идеале две строки, на мой взгляд, тоже должны быть под строки, так же, как и в счете фактуре. Две строки. Спасибо за вопрос. Я вот еще как-то вот не задумывалась, скажу честно, над этим. Все-таки я больше склоняюсь, что две строки должно быть. Да. Там даже предусмотрены данные для этого. Так. От Натальи. Но если нет прослеживаемых товаров, то можно и бумажные счета фактуры выставлять, верно? Верно. Если вы не отгружаете прослеживаемые товары, то вы и после 1 июля, и после 8 июля можете выставлять счета фактуры на бумажном носителе. То есть никто пока никого не принуждает к электронному документу обороту. Так, а что будет, если будет старая счет-фактура? Нет переходного периода. Марина, к сожалению, переходного периода нет. Поэтому, если у вас будет старая форма счета-фактуры, налоговый орган может отказать вычесть НДС. Я специально смотрела судебную практику, когда тоже форма счетов-фактур менялась, и налоговый орган начислял НДС только потому, что у покупателя была старая форма. И в суде ему удалось выиграть только потому, что пока шел суд, да, пока, или там пока шла проверка, поставщик ему этот счет фактуру уже заменил, выдал обновленную форму, и суд это учел. Поэтому, если не будет обновленной формы, ну, я считаю, что, конечно, шансы на выигрыш в суде есть, но зачем давать лишний повод
налоговой инспекции для того, чтобы вам доначислили НДС. Безусловно, сейчас, наверное, риски не столь велики к формам счетов фактур, потому что большую часть проверок налоговые органы пытаются, да, провести, то есть большую часть доначислений в рамках камеральной проверки. И, безусловно, в рамках камеральной проверки они смотрят глобально, да, на контрольные соотношения, какие у вас там есть именно ошибки, будем говорить, методологические в декларации. Может быть, в какие-то операции не обложили НДС, да, они сравнивают декларацию по НДС с декларацией по налогу на прибыль, спрашивают, там, например, в декларации по прибыли больше доходы, а почему у вас там чего-то нет в декларации по налогу на добавленную стоимость. Смотрят глобально, да, смотрят наших поставщиков, проверяют. И, безусловно, как правило, форму счета фактуры налоговые органы смотрят при проведении выездных проверок. Вот. Но я не исключаю, что если, например, вы заявите НДС к возмещению, то вы знаете, при проведении камеральных проверок, когда НДС заявлен к возмещению, налоговые органы вправе у вас истребовать документы, подтверждающие вычеты. И если вы предъявите копии счетов фактур по старой форме после 1 июля, то здесь налоговый орган, безусловно, откажет вам вычесть НДС и будете отстаивать свои права уже в суде. Поэтому не нужно рисковать, попросите поставщика переделать счета фактуры. Так, Ирина, если продаем прослеживаемый товар на комиссию по агентскому соглашению, когда агент действует от имени принципала, как оформлять движение прослеживаемого товара? Ирина, вот, к сожалению, я не могу вот столь уверенно вам сейчас рассказать, как оформлять именно движение прослеживаемых товаров. Здесь, насколько я изучала этот вопрос, все зависит от того, налогоплательщик НДС принципал или не налогоплательщик. Но вот я вам просто могу как это посоветовать, поскольку это не совсем мой вопрос, да, к НДС это не имеет отношения. То есть понятно, что комиссионер, реализуя прослеживаемый товар, в счетах фактурах будет указывать данные о прослеживаемых товарах, так как будто этот товар продает комитент. Вот. А порядок заполнения документов, вот прям даже все нюансы, когда комиссионер должен представить отчет, в каких случаях о прослеживаемых товарах, как заполнить универсальный передаточный документ, если, например, комитент не является плательщиком НДС, на сайте Федеральной налоговой службы все есть. И даже было письмо про универсальный передаточный документ вот именно в целях реализации прослеживаемых товаров по договорам комиссии. И там особенности есть, только если комитент не плательщик налога на добавленную стоимость, насколько я помню. Поэтому уж извините, как бы не беру на себя ответственность рассказывать именно про документооборот по прослеживаемым товарам, не относящиеся к налогу на добавленную стоимость. Посмотрите на сайте ФНС, прям наберите сайт ФНС, прослеживаемые товары, у них есть одна страница, и там прям даже слайды у них есть, и подборка всех документов, что, как и что нужно оформлять. А вопрос от Оксаны. Если к счету... если счет фактур от 1 мая... выставлено исправление в сентябре. Подскажите, по какой форме должен быть оформлен исправительный счет фактура, по новой или по старой? Ну, Минфин разъясняет, что исправленные счета фактуры нужно выставлять по той форме, которая действовала на момент выставления счета фактуры, в котором допущены ошибки. Поэтому вы выставляете исправленный счет фактуру по форме, которая действовала на 1 мая 2021 года. То есть по старой форме вы выставляете исправленный счет фактуру. По вопросу люди ответили в основном по новой. У многих без графы 5.1. То есть вы там обсуждаете, да, интересно было бы посмотреть, что там обсуждает. Спасибо за вопрос, в следующий раз я в слайды обязательно включу разъяснение Минфина по вот как раз на эту тему, подтверждающую ну, то, что я вам сейчас сказала. Вот совершенно точно, вот здесь, да, тут не отчетность по прослеживаемым товарам, вот здесь совершенно точно есть письма Минфина, которые говорят о том, что исправленные счета фактуры выставляются по форме, которая действовала на момент выставления неправильно заполненного, то есть по старой форме. Поэтому вот, что бы там вы в чате не обсуждали, если нужно будет, я тогда предоставлю
реквизиты этого письма Минфина, и, может быть, давайте тогда и включу в презентацию, которую вы впоследствии получите. Я включу реквизиты этого письма Минфина, по какой форме представлять исправленные счета фактуры, в свою презентацию, которую организаторы мероприятия вам разошлют или где-то разместят, чтобы вы смогли посмотреть. Вопрос от Светланы. Поставщик выставил нам счет-фактуру на бумаге по прослеживаемым товарам. Не успели до сделки перейти на ИДО. Какие у нас риски? Ну, вы видели письмо Минфина, да, он сказал, что административной ответственности нет никакой, ни для кого. Ну, на мой взгляд, и рисков по вычетам НДС тоже нет. Счет фактура получен, пусть не в той форме, в которой он получен, но ошибки в счетах фактурах не являются основанием для отказа в вычете НДС. Поэтому пока переходный период, никакой ответственности за выставление счетов фактур по прослеживаемым товарам на бумаге нет. И я думаю, что рисков по вычетам тоже здесь нет. От Елены. Добрый день. Поставщик должен выставить обязательно счет фактуру в соответствии с пунктом 13 постановления 11.08, 38, наверное, 37. Или достаточно для вычета НДС УПД с пометкой счет фактуры? Так. А, может быть, просто 11.08. Это, наверное, вы спрашиваете. К сожалению, вот я не помню, да, своему стыду, возможно, реквизиты постановления о порядке введения прослеживаемых товаров, видимо, об этом. И не так хорошо ориентируюсь в этом постановлении, как, например, в постановлении 11.37. Поэтому, с вашего позволения, я не помню, что написано в пункте 13. Поэтому, опять же, мои фантазии. Если вы спрашиваете, да, должен ли поставщик выставлять универсальный передаточный документ на прослеживаемые товары в электронном виде, то да, должен выставлять по формату, утвержденному Федеральной налоговой службой. То есть я, может, не помню, что там конкретно в пункте 13, но смысл именно такой. Вот. Так. А, демонстрацию экрана остановить, наверное. Почему-то я так и нет. Не остановила. Так. Теперь у меня чат, это самое, так хорошо было видно, так, теперь он уменьшился, так. Ой, прошу прощения, у меня куда-то съехал чат. Так, так, так. Ага. Значит, возвращаюсь к пункту 13 постановления 11.08. Вопрос от Елены. Значит, если так, или достаточно для вычета НДС УПД с пометкой счет фактуры. Я не знаю, что такое пометка счет фактуры, да? То есть, если поставщик плательщик НДС, то он вам на прослеживаемые товары выставляет УПД с функцией счета фактуры. Вот. То есть с функцией, да, единицы, УПД и счет фактуры, и указывает там реквизиты прослеживаемых документов. То есть на основании этого УПД вы принимаете к вычету НДС по прослеживаемым товарам. Мы продаем непрослеживаемый товар. Тем не менее, мы должны были с 1 июля выдавать своим покупателям счета фактуры и УПД по новой форме. Да, да, все верно, вы поняли, Мария. С 1 июля, даже если вы выполняете работы, оказываете услуги, счета фактуры должны быть по новой форме. И если универсальный передаточный документ выполняет у вас две функции, счета фактуры и первичного документа, то счет фактурная часть должна быть тоже по новой форме. А в какие строки надо сообщать об имеющихся прослеживаемых товарах? Пропустил. Значит, речь идет, видимо, о тех товарах, которые у вас остались на 8 июля, то есть были на 8 июля, им не присвоен, понятное дело, РНПТ. Сроков нет, самое главное сообщить о прослеживаемых товарах, об остатках на 8 июля до того, как вам понадобится РНПТ. То есть до того, как вы будете продавать эти товары, или до того, как вы их будете утилизировать, или, например, там, вносить в уставный капитал. То есть когда прослеживаемость этих товаров будет прекращена.
Если эти обстоятельства, например, ну, теоретически наступят у вас через 5 лет, то и через 5 лет можете представить уведомление об остатках товаров на 8 июля. То есть если до этого момента РНПТ вам будет не нужен. Вопрос от Инги. А какая ответственность по старым прослеживаемым товарам, если не отчитались? Ну, то есть, видимо, есть у меня монитор сейчас, да, старый, или там погрузчик, а я не представила уведомление по остаткам прослеживаемым товарам, да, что мне за это будет. Ну, давайте скажем так. Если я утилизирую, ну, наверное, да, утилизирую до 1 июля 2022 года остатки прослеживаемых товаров, то мне ничего за неуведомление налоговой инспекции о том, что у меня были остатки на 8 июля, не будет. Но если я после 1 июля 2022 года, когда уже ведут штрафные санкции, не представлю отчет об окончании прослеживаемости товаров, которые у меня были на 8 июля, да, ну, там, погрузчик сдан на металлолом, условно говоря, ну, это я погорячилась, тут у меня счет фактура будет, хотя на металлолом, да, сдан на металлолом, правильный пример, вот, или, например, там, условно говоря, просто выброшу мониторы в помойку, и налоговый орган увидит из документов, что у меня закончилась прослеживаемость товаров, а я не сообщила, не представила отчет по этим прослеживаемым товарам, то здесь мне будут грозить штрафные санкции. Вот, поэтому, если вы избавитесь от товаров, которые были у вас на 8 июля 2021 года, до 1 июля 2022 года, то вроде бы как, да, ничего страшного с вами не должно быть, ответственности нет. Хотя давайте, когда получается, что я вас тут что-то плохое призываю делать, да, давайте будем стремиться, чтобы у нас все-таки все было идеально. Да, надо присвоить РНПТ, я думаю, что это несложно. Заполняйте уведомления об остатках товаров, получаете РНПТ. То есть ничего сложного там нет. Потом утилизируйте, сообщите об утилизации в отчете. То есть все в электронном виде, все, я думаю, автоматически у вас в программах заполняется. Так. Какая ответственность? Уведомление об остатках за последние 3 года подается? Нет. Уведомление об остатках тут не за последние 3 года. Уведомление об остатках мы должны представить только по тем товарам, там основным средствам малооценки, которые подлежат прослеживаемости, которые у нас находились в собственности на 8 июля. То есть вы должны были, ну, теоретически провести инвентаризацию и посмотреть, а какие прослеживаемые товары у вас на 8 июля. Да? Вот об этих товарах на 8 июля нужно сообщать, то есть ни за какие 3 года. Если вы имеете в виду срок давности, если не сообщили, то тут его нет. То есть раз написано в положении о прослеживаемых товарах, что уведомление нужно представлять до того, как вам понадобится РНПТ, то никаких сроков давности нет. Еще раз повторюсь, через 5 лет захотите перепродать бэушный погрузчик, который у вас был на 8 июля 2021 года, значит, через 5 лет представите уведомление, получите об остатках товаров на 8 июля 2021 года, получите уведомление о присвоении РНПТ этому погрузчику, да, и включите этот РНПТ в счет фактуры. А если погрузчик будет на металлолом сдан, значит, в отчет о прослеживаемых товарах. Вопрос от Ольги. Можно ли подавать уведомления об остатках не на весь перечень, а только на те, по которым планируется выбытие продажи? И можно ли потом этот перечень со временем уточнять? Перечень уточнять можно, ну, то есть я бы представила сразу на все, чтобы 20 раз этот перечень не уточнять. Потому что налоговые органы говорят о том, что если вы представили уведомление об остатках товаров на 8 июля, а потом обнаружили в этом перечне ошибку, нужно будет представить уточненное уведомление об остатках на 8 июля. Вот, поэтому, наверное, уж лучше сразу отмучиться и сразу все указать по результатам инвентаризации. Если счет фактура выставлен на бумаге при отгрузке прослеживаемых товаров, административной ответственности нет, это понятно. Но не оспорит ли налоговый орган вычет по такому счету фактуры? Потому что по нормам НК счет фактуры на такие товары должен быть выставлен электронно. Безусловно, такая, ну, скажем так, такие риски есть, но
Я думаю, что в суде у нас, если что, будут хорошие шансы это оспорить. Да, к вычету НДС мы принимаем на основании счета фактуры. Он у нас есть на бумажном носителе. Все обязательные реквизиты, предусмотренные в счете фактуре, у нас есть. А то, что наш контрагент, по сути, не соблюдает требования по контролю за прослеживаемыми товарами, никоим образом не должно отражаться на наших вычетах. И косвенно в подтверждение этой позиции можно привести пункт 2 статьи 169, если такие проблемы возникнут, о том, что даже не указание реквизитов по прослеживаемым товарам в счетах, в фактурах не лишает покупателя права на вычет НДС. И поскольку, кроме того, мы никоим образом не можем повлиять на нашего поставщика, даже сам Минфин говорит, да, и когда его спросили, что же делать, не хочет нам поставщик в электронном виде выставлять. Поэтому ответственности за, будем говорить, такие деяния быть не должно. Да? То есть к ответственности вообще привлекают налогоплательщиков только при наличии вины. А здесь вины нашей никакой нет. Поэтому, Светлана, безусловно, риски есть, что ну, и бывают даже и необоснованные претензии налоговых органов довольно часто. Безусловно, риски есть, что конкретный налоговый инспектор может попытаться да, оспорить наш вычет. Ну, я думаю, что даже на уровне управления там, по региону этот вопрос должен решиться в пользу налогоплательщиков. Вот. От Ирины, то есть, что да, должно быть указано, пусть даже ошибка, тогда вычет, видимо, про строку 5А, то есть в строке 5А что-то должно быть указано, пусть даже ошибка, то есть тогда вычет правомерен. Да, лучше, если в строке 5А хоть что-то будет указано. Так, а ошибку в строке 5А надо исправлять после обнаружения или оставляем как есть? Ну, вообще, это уж как, скажем, как вы пожелаете. Вот буквально недавно даже нашла письмо Минфина. Значит, здесь, как это, на что хотелось обратить внимание. В постановлении 1137 указано, что можно регистрировать в книге покупок счета фактуры, в которых ошибки не мешают налоговым органам определить продавца, покупателя, наименование товаров, да, и так далее. Поэтому даже написано в постановлении 1137, что не нужно исправлять счета фактуры, в которых допущены ошибки, не мешающие налоговым органам идентифицировать все эти важные реквизиты. Поэтому теоретически, если ошиблись в строке 5А, то такую ошибку поставщик может не исправлять. Да? Вот, то есть можно оставить как есть, это не ходовая часть в счете фактуре. И если вы зарегистрируете такой счет фактуры в книге покупок, то никаких отказов в вычете быть не должно. Это и статья 169 Налогового кодекса, это и правило заполнения книги покупок, постановление 1137. Поэтому теоретически можете оставить как есть. Но покупатель иногда не хочет как есть. Он говорит, давай все-таки сделай мне исправленный счет фактуру. И продавец выставляет исправленный счет фактуру. А в этом случае, вот недавно нашла письмо, если цифры не меняются в исправленном счете фактуры, а исправляются те реквизиты, которые не мешали налоговым органам определить все важные реквизиты для вычета, то покупатель может не исправлять запись об этом счете фактуре в книге покупок, соответственно, не составлять дополнительный лист книги покупок. Но я хочу отметить, что вот это было письмо Минфина. А когда было противоположное письмо Минфина, когда Минфин написал, что если продавец зарегистрировал в книге продаж исправленный счет фактуры, а покупатель, простите, наоборот, если покупатель зарегистрировал в книге покупок исправленный счет фактуры, а продавец не потрудился у себя в книге продаж зарегистрировать исправленный счет фактуры, то почему-то вычет покупателю не дадут. Поэтому, чтобы не было вот таких конфликтных ситуаций, на мой взгляд, несмотря на разъяснение Минфина, даже если вы получили исправленный счет фактуру, в котором циферки не поменялись,
ну, по крайней мере, спросить у своего поставщика, он будет это в книге продаж регистрировать, вот этот исправленный счет фактуру в доплесте книги продаж, будет регистрировать, и если он будет регистрировать, то заявите вычет НДС по исправленному счету фактуре. То есть, если исправленный счет фактура получен уже после окончания квартала, делаете доп-лист, аннулируйте запись о неправильно заполненном счете фактуре и регистрируйте еще раз, делайте, по сути, ту же самую запись, просто указывая, что это исправленный счет фактуры в доп-листе книги покупок. И несмотря на то, что эта ошибка не привела к неуплате налога, вы не обязаны представлять уточненную декларацию по НДС, в этой ситуации лучше, конечно, представить уточненку, потому что если в ваш счет фактура для вычета не будет сходиться со счетами, фактурами, указанными в книге продаж продавца, если он представит уточненку с уточненной книгой продаж, то как это, есть вероятность, что налоговый орган будет требовать пояснения, что это у вас не такие нестыковки. Вот, поэтому, Юлия, да, ваше желание строку 5А можно и не исправлять. Если новая форма счета фактуры, но графа 5А пустая, что будет? Но теоретически пустую графу 5А можно приравнять к ошибке при заполнении этой графы. Хотя и тут есть определенные риски. Дело в том, что что такое ошибка, да, у нас нет в налоговом кодексе. Вот, и поэтому определенные риски того, что налоговые органы могут посчитать, что пустая графа 5А это вообще отсутствие обязательного реквизита, указанного в статье 169, то есть такие риски есть. Вот, поэтому, безусловно, такие риски есть, но, скажу честно, я не думаю, что налоговые органы будут к этому цепляться. И, по крайней мере, есть некоторые разъяснения Минфина, когда, например, говорят о том, что, знаете, у меня там в счете фактуре по импортным товарам не указана страна происхождения. Вот это лишит меня права на вычет? Минфин говорит, нет, страна происхождения товара не является вот этим обязательным, ну, то есть, простите, ошибки в стране происхождения товаров, да, не является той ошибкой, которая лишает права на вычет. Поэтому можно из разъяснений Минфина сделать вывод, что все-таки, по крайней мере, Минфин подходит к пустой строке так, как будто это совершена ошибка, а не как к отсутствию реквизитов, которые должны быть обязательно в статье, по статье 169. Поэтому, Оксана, риски определенные есть, если строка 5А пустая, но как, на мой взгляд, все-таки они не столь велики. Вот если у вас вообще будет отсутствовать строка 5А, я об этом говорила, то, скорее всего, вычет по НДС снимут. Вопрос от Елены. При списании компьютера, в составе которого входит монитор, прослеживаемый товар производства Кореи, компьютер уже 15 лет назад введен в эксплуатацию. При каждом списании утилизации таких мониторов подавать уведомления в налоговую для присвоения РНПТ? И нужно ли сдавать отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости? Нужно. То есть как будете утилизировать мониторы корейские, значит, об утилизации нужно будет сообщать в отчете по прослеживаемым товарам по окончании квартала, в котором вы их будете утилизировать. Поэтому сразу получите РНПТ на всю партию мониторов, то есть на все остатки, которые у вас на 8 июля, заведите их в программу, соответственно, и когда будете их утилизировать, просто будете представлять отчеты об окончании прослеживаемости. Вот и все. То есть нужно даже им 20 лет, если этим мониторам. Как заполнить строку 5А в сводном счете фактуре? Так, как заполнить строку 5А в сводном счете фактуре? Ну, сводный счет фактуры – это у нас комиссионеры спрашивают или застройщики, то есть хотелось бы знать, да, о ком идет речь. Ну, в принципе, так, я себе думаю… сводный счет фактур, то есть мы, например, комиссионеры, да, при перевыставлении счетов фактур могут составить один счет фактуру на несколько счетов фактур, которые были составлены поставщиками от одного и того же числа. Ну, тогда мы в сводном счете фактуре, ну, даже если говорить про застройщиков, да, то есть
Нет, давайте про комиссионеров и по застройщикам по аналогии. Например, я комиссионер перевыставляю сводный счет фактуру на два счета фактуры, которые я получила от поставщика, там, предположим, 15 сентября. Значит, что я укажу в строке 5А? Во-первых, что я укажу в самом сводном счете фактуры? По строке 1, например, наименование товаров, которые получила от поставщика 1, во второй строке наименование товаров, которые получила от поставщика 2. Соответственно, в строке 5А порядковый номер 1 я покажу отгрузочный документ, который у меня в строке 5А от поставщика номер 1, потом через точку с запятой. Если это электронный счет фактуры, то без точки с запятой у меня выведется на экран. Я покажу порядковый номер 2 и отражу реквизиты отгрузочного документа из строки 5А, который я получила от второго поставщика соответственно. Вот. Если это, опять же, застройщики, которые выставляют сводные счета фактуры по окончании строительства, то там у нас строительно-монтажная работа, да, отдельной строкой, отдельно, значит, те товар, работа, услуги, которые по сути компенсируются инвесторами. И здесь принцип тот же. То есть если у нас много отгрузочных документов получается к одному подпункту, то я напишу, например, пункт номер один и через запятую, видимо, укажу несколько отгрузочных документов или сделаю несколько записей. Номер один отгрузочный документ, да, акт выполненных работ от такого-то числа, опять номер один, акт выполненных работ от такого-то числа через точку запятую и так далее. Но конкретных правил, к сожалению, да, вот как это технически оформить, пока нет, и нет никаких разъяснений. Так, может быть, я что-то не поняла, может быть, какой-то другой сводный счет фактуры, то есть пока мне это пришло в голову. Так, на один счет фактуры мы выписываем много торг-12. Их все указывать в графе 5А, но тогда шапка получается слишком объемной. Получается, что да. То есть, возможно, это как раз и направлено на то, чтобы большинство налогоплательщиков переходило на электронный документооборот. При электронном документе обороте вам будет все равно, какая там шапка в строке 5А. Да? Хоть на 100 страницах. Бывают счета фактуры вот пачка, да, если распечатать один счет фактуры, это пачка листов. Такие счета фактуры тоже бывают, смотря что там кому отгружают. Формально, да. Налоговый орган уже давно высказывается, что КС-2, несмотря на то, что несут функцию расчетную по условиям договора, является основанием для начисления НДС. Следуя логике, что КС-2 не является актом выполненных работ, о каком счете фактуры в таком случае идет речь? И да, как вы уже сказали, налоговые органы будут направлять бесконечные требования. Ну, я поэтому и говорила, то есть Екатерина, когда я сама себе задавала вопрос, да, что указать в строке 5А, КС-2 или КС-3, я сказала, что ни один из документов формально, да, ответ неверный, какой бы из этих документов мы ни выбрали. Поэтому ответ верный, формальный, это акт выполненных работ. И зависит от условий договора, какой документ выполняет функцию акта выполненных работ. Поэтому, как вы говорите, следуя логике ФНС, да, КС-2 просто, это не акт выполненных работ. Но поэтому у вас могут быть КС-2, там те же ежемесячные, но если в условиях договора написано, что работы считаются выполненными и передаются по акту выполненных работ в полном объеме, да, то тогда база по НДС и по налогу на прибыль, если это не длительный цикл производства, именно возникает на дату подписания акта заказчиком в объеме, предусмотренный договором. Другое дело, что такая вот интересная ситуация. Когда-то вот было веяние, что отказывали вычесть НДС заказчикам, которые получили счета фактуры по каждому КС-2, несмотря на то, что поэтапная сдача работ договором не была предусмотрена. Теперь налоговики, ну, будем говорить, перестали к этому цепляться, вот по моим наблюдениям, то есть как-то этот вопрос утих. И более того, скажу честно, мне попалось даже одно судебное решение, где налоговые органы прицепились к тому, что налогоплательщик не стал
определять налоговую базу по КС-2, потому что работы не были выполнены в полном объеме. Вот такие, к сожалению, тоже судебные решения были. Вот. Но для минимизации споров, на мой взгляд, какую функцию выполняет КС-2, следует прописать условия в договоре подряда именно. Да? То есть КС-2, да, можно прописать, что выполняет функцию уведомления заказчика о ходе выполнения работ. Даже в некоторых, я знаю, в договорах написано, что заказчик не подписывает КС-2, то есть ему просто направляется к сведению КС-2. Да, что вот мы там 3 ряда кирпичей уложили, то есть наблюдай за ходом строительства. Как вы правильно заметили, Екатерина, КС-2 выполняет расчетную функцию, потому что, как правило, в строительстве перечисляются там аванс, например, ну, условно говоря, 30%, а потом этот аванс засчитывается в определенной процентной доле от каждого там, ну, будем говорить, этапа выполненных работ, а оставшаяся считается дебиторкой, которую заказчик оплачивает дополнительно. И КС-2 по функции, по сути, выполняет функцию будем говорить, финансирования, да, финансового документа, то есть чтобы заказчик знал, что вот как бы сколько еще денег ему за это нужно перечислить. Вот, стройка всегда, да, всегда это конфликтная ситуация с налоговыми органами, вот эти КС-2, которые мы составляем каждый месяц. Поэтому из практики могу сказать, что подрядчики прописывают, несмотря на то, что это неверно с точки зрения технологии строительства, что работы выполняются поэтапно, этап выполненных работ у них месяц или квартал, хотя этап это что-то должно быть действительно законченное по строительственным нормативам, и никто, ну, как бы особо, будем говорить, не заморачиваются, чтобы и заказчик был доволен, и подрядчик спокойный, точно был уверен, когда у него база по НДС возникают, то есть прописывают, что работы производятся поэтапно, и КС-2 это акт выполненных работ. Ну, вот так, а, конечно, в строительстве тут есть к чему пристать. Вопрос от Елены. Подскажите по поводу реестра по НДС. У нас медуслуги оказываются физиком, то есть есть договоры ЧККТ. Нам надо каждого физика в реестре указать или достаточно указать физлица ЧККТ? Вы знаете, Елена, надо, скажу честно, посмотреть инструкцию по заполнению. Насколько я помню, никакой инструкции не было. Но в письме древнем Федеральной налоговой службы, где нам ФНС рекомендовала использовать для ответа на требования об использовании льгот, ФНС, там было написано, предлагала прикладывать к этому реестру типовую форму договора. Вот для таких ситуаций, когда мы работаем с физическими лицами. Поэтому в принципе никаких, вот я смотрела, да, только форма реестра, требований к заполнению четких этого реестра нет. И как бы вы его не заполнили, то есть никакой ответственности за это нет. Вы представили пояснение, указали, какую льготу применяете, показали, что это физические лица, да, оплата, возможно, была по ККТ, указали. То есть вот никаких требований специальных нет. И даже более того, и до введения реестра налоговые органы в своих разъяснениях тоже давали очень скудную информацию. Поэтому реестр заполняем как кому, будем говорить, угодно, да. ФНС утвердила только формы этих электронных реестров. Вот, если налоговым органам не понравится, как вы заполнили, ну, просто они у вас истребуют больше документов, да, и вы сможете тогда, то есть сможете, например, налоговый орган попросить отложить представление документов, если они захотят, все копии договора с физлицами, можете ходатайствовать об переносе сроков представления документов в рамках камеральной проверки. Конечно, не факт, что налоговый орган с этим могут согласиться, и можете также попробовать предложить налоговым органам представить типовые формы ваших договоров с физическими лицами. Вот. Поэтому, если конкретно отвечая на ваш вопрос, на мой взгляд, можно указать физические лица, договор на оказание медицинских услуг. Вот. Даже хорошо бы, может быть, даже перечислить номера договоров, если есть. Я думаю, что если они у вас
идут в хронологическом порядке, то, например, можете написать договоры на оказание медицинских услуг с физическими лицами, договоры с там, номер 100 по 150, да, за третий квартал. Так, вопрос от Владислава. А если импортный товар не относится к прослеживаемым, что пишем в графе 11, номер декларации? Да, если это не прослеживаемый товар, пишем, как и прежде, номер декларации. По непрослеживаемым товарам новые графы 12-13 не надо заполнять? Не надо. Если счет фактуры в бумажном виде, графы 12-13 можно совсем не формировать или ставить прочерк. Формально совсем не нужно их формировать. То есть на бумажных, бумажные счета фактуры у вас должны состоять из 11 граф. Все. Да? Но если программный продукт выводит 13 граф, то тогда можете их оставить пустыми или поставить прочерки. Опять же, как позволяет программный продукт. Мы продаем непрослеживаемый товар. Тем не менее, у нас в ОПД должно быть 13 столбцов или 11, как раньше. Мои IT-специалисты утверждают, что это новая форма с 11 столбцами. Опять же, вам вопрос, Мария. Если вы выставляете счета фактуры в электронном виде, то формально там должно быть 13 столбцов. Если ваши айтишники формируют счета фактуры, которые вы распечатываете на бумаге, то там должно быть 11 столбцов. То есть если вы не осуществляете электронный документооборот, то у вас в счетах фактурах 11 столбцов. Тогда айтишники правы. А если в электронном виде, то не правы. 13 столбцов, они должны быть в формате счета фактуры, но могут не выводиться на экран. Поэтому уточните у них, что они там сделали. Просьба, QR-код не читается, его изображение при трансляции нечеткое. Просим вывести QR-код на экран крупным планом в конце трансляции. Спасибо, но так, к сожалению, я не знаю, как это сделать. Сейчас, секундочку. А, в чат я, наверное, не могу или могу написать. Так. Сейчас посмотрим. Так, копирую. Так, если в чате это получится, не знаю. Нет, не вставляется. Но не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Вы все получите презентацию, там QR-код есть, и все скопируйте, подпишитесь на рассылку. Но знаете что, даже если вдруг вы пропустите презентацию, заходите на наш сайт компании «Правовест Аудит», и там вы найдете, где сделать, где подписаться на рассылку, вы найдете, как рассчитать стоимость аудита, или позвоните нашим менеджерам, или напишите, они, безусловно, с вами свяжутся и подпишут вас на рассылку и дадут, соответственно, и видеокурс Ирины Лихникевич. Не переживайте, компания «Правовест Аудит», посмотрите на нашем сайте, если вдруг по какой-то причине QR-код не получите в презентации. Ой, в форме книги покупок допустимо ли дублирование строки одного и того же счета фактуры в случае, если в документе есть несколько позиций прослеживаемых товаров с кодом РНПТ. Технически не можем объединить строки в одну. Я считаю, что возможно, потому что один и тот же счет фактуры мы можем регистрировать в книге покупок несколько раз. Например, когда заявляем к вычету НДС частями. Да, другое дело, смотрите, чтобы один и тот же счет фактура не прошел в книге покупок и не задвоил ваши вычеты. То есть вот это самое главное. От Максима. Хотим вернуться к вопросу удержания налоговым агентом НДС при покупке основного средства у иностранного лица, не состоящего на налоговом учете в Российской Федерации. Вопрос. Продавец сообщает, что не состоит на учете на сайте налог.ру. Также нет информации о постановке резидента на учет в Российской Федерации. Какие у нас есть юридически знаемые основания для додумывания о том, что такой нерезидент должен стоять на налоговом учете в России? Вопрос в итоге сводится к расчетам с нерезидентами. Удерживаем ли мы НДС при расчетах или нет? Ну, значит, теоретически надо бы проверить, конечно, нашего иностранца все-таки по базе Федеральной налоговой службы, да, то есть потому что сейчас, если он состоит на учете, мы не налоговые агенты, но давайте как бы определимся. Вот если вы под основным средством понимаете недвижимость или автомобиль,
то у вас есть все основания, на мой взгляд, считать, что иностранец стоит на учете в налоговой инспекции по месту регистрации автомобиля или по месту регистрации недвижимости. Поэтому пытайте вашего контрагента, да, можете, на мой взгляд, сделать и запрос в ту налоговую инспекцию, по месту нахождения которой, например, находится недвижимость, присвоен ли ИНН вашему иностранцу. Это очень важно сделать, то есть если вы считаете, что он стоит на учете, да, то есть для того, чтобы вы не удерживали НДС как налоговый агент, по-хорошему, у вас в договоре должен быть ИНН вот этой компании с кодом причины постановки на учет в налоговой инспекции. В противном случае тогда, Максим, да, логически мыслим, нет ИНН от иностранца, удерживаем НДС и перечисляем бюджет как налоговые агенты. Вот, конечно, если это основное средство, опять же, вы приобретаете основное средство у иностранца, если вы приобретаете его на территории России. То есть в момент начала отгрузки это основное средство находилось на территории Российской Федерации. Если в момент начала отгрузки оно находилось за пределами Российской Федерации, извините за выражение, вы тут даже не заморачиваетесь, вы тут не налоговый агент. Да? Исключение, ну какое тут исключение из этого правила, да? Если основное средство отгружается? Никаких исключений нет. Статья 147, в момент начала отгрузки основное средство, если за пределами РФ, вы не налоговый агент, место реализации не территория России. И только если оно почему-то тут уже находилось, вот это, кстати говоря, вызывает вопросы. А на каком основании вот он, иностранец, сюда основное средство-то ввез? Да? Что это за основное средство? То есть зачем он сюда товар вез. То есть не исключено, что у него есть обособленное подразделение, то есть представительство на территории России. Здесь хотелось бы выяснить, чтобы вы лишнее с иностранца не взяли, да, не выполнили условия на обязательства налогового агента, когда не должны это делать. Потому что, знаете что, несмотря на то, что бюджет наш пополнился, у налоговых агентов есть определенные риски, когда они выполнили обязанность налогового агента, тогда, когда они должны были это делать. То есть налоговые органы могут потом, извините, прийти и сказать, а знаете что, ваш иностранец вот до 1 октября, да, был зарегистрирован, например, по месту там нахождения недвижимости, и поэтому вы не должны были исполнять обязанности налогового агента, то есть вы переплатили налог на добавленную стоимость, а переплату нельзя принять к вычету. Другое дело, что рисков нет, если вы начислили НДС как налоговый агент, перечислили НДС в бюджет как налоговый агент и приняли к вычету в одном и том же периоде. То есть если налоговый орган скажет, что я не должна была выполнять функции налогового агента, у меня переплата, то тогда давайте действительно снимем и вычеты, и начисления за тот же самый период. Вот, поэтому получается, что по сути пытать своего иностранца, да, я должна сейчас. А с 1 октября, если иностранец не хочет платить НДС, то есть я с него не должна удерживать, пусть мне сообщает, где он там стоит на учете. Так. Ну, то есть, простите, наоборот, да, то есть сейчас я должна озаботиться, стоит ли он на учете, чтобы понять, исполнять мне обязанности налогового агента или нет, а с 1 октября я должна исполнять обязанности налогового агента. И получается, если он явно не стоит на учете, то есть как, будем говорить, российский налогоплательщик. Так, мы купили мониторы в августе 2021 года. Поставщик представил бумажный счет фактуры, не указан РНПТ. Узнавать РНПТ мы должны у поставщика или ФНС? У поставщика, к сожалению. Но еще раз повторюсь, пока на них воздействия, вот, получается, никакого. Если передаем в эксплуатацию сотруднику монитор, то это считается списанием, и как отражать в отчете по прослеживаемым товарам? Это списанием не считается. То есть собственность у вас по-прежнему монитор, вы осуществляете над ним контроль, а списывать вы его будете тогда, когда вот акт утилизации составите, когда уже сотрудник монитором попользуется. Так, что писать в ответ на требование, пояснить, почему учли дважды ошибочную сумму по одной и той же счете фактуре, полученной от поставщика. Так,
Я что-то не поняла ваш вопрос, Ольга. Что писать в ответ на требование, почему учли дважды ошибочно сумму по одной и той же счету-фактуре, полученного от поставщика? Значит, ну, если вы это сделали действительно дважды, да, то есть, например, вы получили счет-фактуру на 120 рублей, 20 рублей приняли к вычету, зарегистрировали этот счет-фактуру, и еще раз этот же счет-фактуру на 120 рублей зарегистрировали и опять показали вычет НДС в 15-й строке, в 16-й строке, да, в 16-й графе книги покупок на те же 20 рублей. То есть приняли к вычету по одному счету фактуре 40 рублей, а не 20, как было в счете фактуре. В этом случае, Ольга, вам следует представить уточненную декларацию по НДС, предварительно уплатив пени, если уже они, да, возникли, недоимку и пени, чтобы вас не оштрафовали. Но перед уточненкой вам нужно будет внести изменения в книгу покупок, то есть составить доп-лист книги покупок, аннулировать запись лишнюю, повторяющуюся о счете фактуре, соответственно, да, и потом представить уточненную декларацию. Если же, возможно, вы неверно заполнили книгу покупок, когда вы принимаете по счету фактуре НДС частями, например, в счете фактуре 120 рублей, в том числе 20 рублей НДС, вы, например, регистрируете счет фактуры, принимаете к вычету НДС 10 рублей. Второй раз регистрируете счет фактуру в книге покупок и опять принимаете к вычету 10 рублей. То обратите внимание, в графе 15 книги покупок, там, где сумма по счету фактуре, вы показываете, в моем примере, 120 рублей, полную сумму, а там, где вычет НДС, в 16 графе вы показываете только ту сумму, которую принимаете к вычету. Поэтому, если счет фактуры на 120 рублей вы зарегистрировали, в моем примере, дважды, и в 16 графе показали 10 рублей, 10 рублей, то вообще к вам никаких вопросов по этому счету фактуре быть не должно. Пояснение, так, вот Максим пишет, пояснение по основным средствам появились в РФ в ходе присоединения Крыма. Собственник — кипрская компания. Ну, честно говоря, Максим, не, все равно не, я не, не очень поняла, опять же, да, смотрим, что за основные средства. А, как они появились на территории России, я вас спрашивала, откуда. Все, поняла, поняла. То есть кипрская компания, у нее были объекты в Крыму основных средств, да, и вы приобретаете у кипрской компании объекты, которые уже, да, на территории России. Вот, если эта кипрская компания с присоединением Крыма не стала российским налогоплательщиком, и вы приобретаете, то есть, и вы смотрите, есть ли у кипрской компании недвижимость на территории Крыма. То есть, если недвижимость на территории Крыма у кипрской компании, у которой вы приобретаете основные средства, есть, она должна стоять в учете, как по месту нахождения недвижимости. Тогда до 1 октября вы не налоговые агенты по НДС. С 1 октября, если кипрская компания стоит на учете как владелец недвижимости в Крыму на территории Российской Федерации, вы будете исполнять обязанности налогового агента. Если киприоты знать не знают про счета фактуры по основным средствам, да, вот, то есть сейчас они стоят на учете как по месту нахождения недвижимости, но не готовы вам выставлять счета фактуры, ну что, подождите 1 октября. Сами удержите НДС как налоговый агент, и все у вас будет тогда замечательно. Все, я, по-моему, на все вопросы, какие были, ответила. Прошу прощения, если какие-то вопросы не поняла. И еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас вебинар по налогу на добавленную стоимость. Все-таки они по прослеживаемым товарам. Да, и я вам отвечаю по прослеживаемым товарам, по уведомлению, просто постольку, поскольку очень часто это спрашивают по остаткам товаров, да, по основным средствам. Всем большое спасибо за вопросы. Всех благ. Всем желаю. Большое спасибо, что слушали. Столько много вопросов задали. Удачи вам в сдаче отчетности, да, поменьше требований из налоговой хотелось бы пожелать, ну и самое главное – здоровья. Все, всех благ, до свидания и до новых встреч!